Girkime viešpatį. Viešpatį Jėzau, mes dėkojam tau. Būk pagarbintas, pašlovintas viešpatį. Mes atveriam savo širdis ir dėkojam tau. Aleliuja. Trumpam prisėskite. Mes turim džiugią naujieną šiandien. Mes turime nuostabią šeimą jauną, kuris susilaukė kūdikio. Jo, prašom, kas. У нас есть молодая семья, у которых родился ребенок. О, ačiū Danieliui, sveiki. Taigi, mes turime kūdikį. У нас есть ребенок. Есть. А у нас, о, pas mus brolis Vladimiras yra. Есть брат Владимир у нас сегодня или нет? А вон. Квесят тогда броли Владимира. Приглашу брата Владимира сейчас. Ищи ты бреки. Прошу. Если ты раскали это жоджу. Мешинин пагал теву нора и пагал деву жоди. По желанию отцов и Слова Божьего. Туресиме кудикио паламинем. У нас будет посвящение ребенка. Девуй. Для Бога. Нуостабус įvykis, ar ne? Это очень чудесное событие. Прошу, броли Владимир. Прошу, брат Владимир. Слава Господу. Слава Девы. Приветствую во имя Иисуса Христа. Sveikinu jūs viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. И это замечательное служение сегодня. Šiandien yra nuostabus tarnavimas. Что мы вот так вот могли собраться все вместе. Как мы все galėjome taip kartu susirinkti. И принять участие в том, что сегодня будет происходить. Ir dalyvauti tame, kas šiandien vyks. А то, что сегодня будет происходить. O tai, kas šiandien vyks. Это от Него. Yra iš Dievo. А почему от Него? O kodėl iš Jo? Потому что это все есть здесь. Todėl, kad visa tai vyksta čia. Yra Его čia. Slovė. Jo žodyje. И братья, когда у нас в среду было служение здесь, kai trečiadienį čia turėjome susirinkimą, были вопросы, ответы, buvo klausimai ir atsakymai. После служения, po tarnavimo, были подняты различные вопросы, buvo iškelti įvairūs klausimai. И знаете, и можно сказать так, сегодняшний день это проявление того, о чем мы уже говорили в среду. Ir galima pasakyti, šiandieninė išraiška yra tai, apie ką mes kalbėjome trečiadienį. А это и есть проявление слова пророка. O tai yra pranašo žodžio išraiška. Аминь. Амен. Потому что мы сегодня вошли в этот чудный свет. Nes šiandien mes įėjome į tą šlovingą šviesą. В этом свете мы видим свет. Ir šioje šviesoje mes matome šviesą. И мы хотим быть отражением этого света. Ir mes norime būti šios šviesos atspindžiu. И некоторые из вас уже приняли водное крещение на основании того, как посланник принес в периоду. Kai kurie iš jūsų jau esate priėmę krikštą tuo pagrindu, kuriuo pasiuntinys tai apreiškė. И мы знаем, что мы не ошиблись. Ir mes žinome, kad mes nepadarėme klaidos. Потому что это так говорит Господь. Todėl, kad tai yra taip, sako viešpats. И у вас на устах сегодня это так говорит Господь. Ir sakau, šiandien tai yra taip, sako viešpats. Потому что то, что принес посланник периоду, todėl tai, ką atnešė pasiuntinys periodui, это и чистота, и качество духа. Символизуoja dvasios tyrumą ir kokybę. Это то, что находилось на его престолу и зашло. Tai yra tai, kas buvo jo soste ir nužengė, nusileido čia žemyn. Аллилуйя. Аллилуйя. Это настолько прекрасно, вот. Это так нуостабу. Знаете, и мы видим, что Кабрадовец сказал, что у нашего брата родился маленький. Ir mes matome, kad kaip Deivis brolis pasakė, mūsų broliui gimė mažylis. Скажу, это одно из моих любимых имен. Jo vardas yra vienas iš mano mėgstamiausių. Самуил. Самуэлис. Потому что у нас также есть старший сын Самуил. Todėl, kad aš turiu taip pat vyresnį sūnų Samuelį. А Самуил, Шмуэль, переводится слышащий Бога. O Samuelis iš vertimo išvertus yra Šamuel, вот, reiškintis girdintis Dievą. Прекрасное имя. Tai nuostabus vardas. И мы сегодня его посвятим. Šiandien mes jį pašvęsime. Пожалуйста, брат, проходи. Прошу, брали шейк. Бери маленького Самуила. Ir nešk mažąjį Samuelį. Я зачитаю одно место Писания. Aš perskaitysiu vieną rašto vietą. На
написано, в храме приводили его даже на восьмой день. Помните мальчика? Библия из Вентикла отведе штунтой дена вайкеле отнеша. А ему как раз сегодня восьмой день, да, капнул? Ему как тик шендена раз штунта дена, а не его не клист? Восемь дней уже прошло. Его что на дена спрея? Сегодня. Отлично, вот. Пуйку. Псалтырь 126, 3 стих, говорит такие слова. 125-ме тоя псальме yra sakomi такие жоджи. Вот наследие от Господа. Вот наследие от Господа дети. Ну, это у нас на русском. На, да, 127 должно быть короля Якова. 127, отродо. Какой стих, извиняюсь? Это 126, 3 стих. Псалом 126. Štai vaikai yra viešpaties palikimas, iščių vaisius jo atlygis. Вот наследие от Господа дети. Štai vaikai yra viešpaties palikimas. Награда от него плод чрева. Iščių vaisius jo atlygis. И награда от него плод чрева. Iščių vaisius jo atlygis. И знаете, это не католическое учение, не православное учение. Ir žinote, tai nėra katalikiškas ar православiškas mokymas. Это учение Иисуса Христа. Tai yra Jėzaus Kristaus mokymas. Потому что написано, приносили к нему детей. Todėl, kad parašyta, jam atnešdavo vaikus. И сегодня Иисуса, сегодня Иисуса в физическом теле здесь нет. Šiandien Jėzaus fiziniame kūne čia nėra. Но дух его находится. Bet jo dvasia čia yra. Здесь. Čia. В его теле. Jo kūne. В его служении. Jo tarnavime. И мы возложить недостойны. Mes dėti savo rankas nesame verti. Но так как он дал поручение церкви. Bet kadangi jis bažnyčiai davė įgaliojimą. Это уже его руки. Tai jau tampa jo rankomis. Это его уста. Tai jo lūpos. Это его жизнь. Tai jo gyvenimas. Поэтому, брат Дэвис, пожалуйста, как пастор церкви. Broli Davy, kaip bažnyčios pastorius, prašau. Чтобы брат подошел сюда. Brolis štai čia ateitų. Чтобы мама подошла тоже сюда. Ir mama тоже taip pat, kad ateitų. Она прямой участник. И это тесёгине далининке. Пусть сын тоже, сын будет тоже посвящение, да? Как зовут? Посвящаемый, сколько вардос? Ройс. Ройс. Рай. Рай. Прям как брат Райан был когда-то такой. И бролис Райанас женёс. Это был муж веры, брат. Тикей ему вирас. Потом будешь братом Райаном. Будешь бролю мужем веры. Будешь или нету? Ар будешь тикей ему виру, ар не? Он так возвещал бы Иисусе Христе, что там все шкаты будили. Есть такая бы Иисус Христу, как ты сок сказал, друзья, шалис леке. Ну раз хорошо, тогда аминь. Ей герей, то мне амен, ты бы не ты. Брат Дэвис, пожалуйста. Брат Дэвис, прошу. Ačiū viešpačiui. Slavo Bogu. Iš tikrųjų, tai didžiulė Dievo dovana. Ta vilikė dar Božai. Ir mes išpildysime tą teisumą. Ir mes išpolnim visų pravidnas. Kurį turim išpildyti, nes tai yra Dievo žodis. Nam nadležit, patomu, šta ta slavo Božia. Aš dar perskaitysiu tą rašto vietą. Jei iščiau pračitaju atno miesto pisanėje. Morkaus 10 skyrius nuo 13 eilutės. At Morkaus 10 nuo 13. Marka 10, 13. Ir jie atvedė pas jį mažus vaikus, prinasili k nimu kad jis juos paliestų, štobai on prikasnulsi k nimu. O jo mokiniai barė tuos, kurie juos atvedė. Učinikiai žini dapuskali prinasešių. Bet kai Jėzus tai pamatė, uvidiv to Jėzus, jis buvo labai nepatenkintas. Vazgnėdaval, jis kazal im. Ir darė jiems. Jis kazal im. Leiskite vaikeliams ateiti pas mane. Pustite ditei prichadit ka mne. Ir nedrauskite jiems. I nepripetstvite im. Nes tokių yra Dievo karalystė. Iba takavih jis carstvėje Božyje. Iš tiesų sakau jums. Istina gavariu vam. Kas neprims Dievo karalystės kaip vaikelis. To neprimit carstvėje Božyje kak dite. Tas neis į ją. To nevaidėt v nevo. Ir jis ėmė juos į savo rankas. I abnev ich vazlažil ruki. Dėjančių savo rankas. Na nich. Ir juos palaimino. И благословил их. Ačiū viešpačiu jo žodį ir jo tvarką. Спасибо, Господи, dėl viešpatė mes dėkojame tau už Samuelį, už Господь, мусу бролі Дэвида, už сесе за Самуила, Раминта, Дэвида, ir už Рою. Ir viešpatė mes uždedam сестру, savo rankas. Мы возлагаем свои руки. Ir norim pašvęsti šios abu nuostabius vaikus tavo akivaizdoje, viešpatė, tau. Mes dėkojame, viešpatė, kad tėvai, viešpatė, jie prisiminė, kas jiem davė šitą kūdikį, šios kūdikius, viešpatė. Ir jie sugrįžo į tavo namus, viešpatė. Į tavo susirinkimą, viešpatė. Atiduoti, Dieve, tai, kas priklauso tau, viešpatė. Visa širdimi, viešpatė. Atiduoti tą mažylį.
ir vieną, ir kitą rojų, ir Samuelį į tavo rankas, viešpatie Dieve. Ir mes meldžiame už šitą šeimą, Dieve, kad ji būtų pavyzdys, viešpatie, krikščioniškas pavyzdys gyvenimui. Ir mes meldžiam, Dieve, už šios nuostabius vaikus ir juos laiminam, Dieve, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Viešpatie, išlaikyk juos savo žodį, savo tiesoje, Dieve, užaugai jie pavyzdžiui ir galingais vyrais, Dieve, tavo žodį ir šviesoje, kurie neš viešpatie tavo meilę ir tiesą. Dieve, tiesiog nukreipk juos eiti savo keliais, Dieve, ir duok jiems supratimą ir pažinimą tavo kelių, savo žodį. Dieve, te būna jie palaiminti mūsų viešpatės Jėzaus vardu. Amen. Amen. Mes pašvenčiam juos tavo Jėzui. Amen. Ačiū Jėzui. Slavo. Ačiū Bažnyčia. Знаете, пусть Господь дарует мудрость родителям во всем. Тегул Вешпас дованос išminties tėvams visame kame. Как воспитывать именно в свете этого послания часа. Valandos žinios šviesoje juos. Prekrasas сегодня день. Šiandien yra nuostabi diena. Посвящение за посвящением. Pašventimas po pašventimo bus. Знаете, церкви попрошу вас пока что присесть. Bažnyčia prašau sėstis truputėlį. И мы видим, что в Библии Mes matome, kad Biblijoje написано, что Бог одних поставил апостолами. Parašyta, kad Dievas paskyrė vienus apaštalais, pranašais, evangelistais, pastoriais, mokytojais, для того, чтобы церковь пришла к совершенству. Tam, kad bažnyčia pasiektų tobulumą. Правда, то есть, это дары, которые даны для церкви. Tai yra dovanos duotos bažnyčiai. Это не самопоставленные люди. Tai ne save pastatę žmonės į tą poziciją. Это не приехал какой-то великий епископ. Tai ne kažkoks atvažiavęs didis vyskupas. Вот решил своего человека поставить. Kuris nusprendė pastatyti savo žmogų į tą poziciją. Так как делалось когда-то там, где мы находились в деноминации. Kadaise tai buvo daroma denominacijoje, kurioje mes buvome. Нам пророк раскрыл, как правильно это все делается. Pranašas mums atskleidė, kaip tai reikia teisingai daryti. Называется рукоположение. Yra toks pamokslas pavadinimu rankų uždėjimas. Есть такая проповедь, как постановление диаконов. Taip pat ir diakonų paskyrimas. И брат Бранхам учил нас, что мы должны сами распознать дар. Mokė, kad mes patys turime atpažinti dovaną, atskirti ją. Я не могу дать дар человеку. Aš negaliu suteikti dovanos žmogui. И вы не можете дать. Taip pat ir jūs negalite. Дары призвания не непреложны. Dovanos ir pašaukimas yra. И в свое время они сами проявляются. Ir jie patys pasireiškia. Я могу здесь такой яркий один пример привести. Galiu ryškų pavyzdį jums pateikti. Допустим, взять брата Гинтаса. Pavyzdžiui, paimkime brolį Gintą. Знаете, Бог Žinote, дал ему пройти определенный путь. Dievas leido jam nueiti tam tikrą kelią. И этот путь не самый сладкий. Ir tas kelias nebuvo pats lengviausias. И побывать в местах лишения свободы. Jam teko pabuvoti kalėjime. Где Бог его нашел. Kur Dievas jį surado. И Бог не просто нашел. Ir Dievas ne vien tik jį surado. А Бог ему дал Святого Духа. Dievas jam davė Šventąją Dvasią. И это бремя. Ir našta. Это бремя. Viduje jausti. Это бремя за тех людей. Našta jausti. За уголовников. Tuos žmonės, kurie iki gyvos galvos nuteisti. Это преступники. Kurie yra nusikalteliai. Это опасные люди. Pavojingi žmonės. Они не будут слушать тебя, потому что ты интеллигентный человек. Jie neklausys tavęs dėl to, kad tu esi inteligentas. Они будут тебя ненавидеть за то, что интеллигент может. Neatkęs tavęs už tai. Но должен быть человек один из них. Bet turi būti toks žmogus, kuris kadaise buvo iš jų tarpo. И это действительно дар Божий. Ir tai iš tiesų yra Dievo dovana. Скажите, кто-то подарил ему этот дар? Pasakykite, ar kas nors padovanojo jam šią dovaną? Это дал Бог. Dievas jam Бог дал бремя. Вот. Ir davė naštą jausti. Мы видим плоды этого дара. Ir mes matome tos dovanos vaisius. Даже здесь вот брат Саулис первый поднял руку. Брат Саулис первый еще покели ранка. Благослови тебя Господь, брат. Тебе вешпас, броли. Вот так же он услышал от брата Гинтаса. Из Гирдо, из брата Гинто, это коснулось его. Кури палете им. И мы видим результат. Ir mes matome rezultatą. Знаете, в церкви мы зачитали, что есть, да, пять служений. Mes perskaitome, kad bažnyčioje yra penki tarnavimai. Самое основное, главное служение. Pagrindinis tarnavimas. Пророк сказал, это пастор. Pranašas pasakė, yra pastorius. Церковь, она независима. Bažnyčia yra kaip ir nepriklausoma. Она суверенна. Ji yra suvereni. Это Бог, пастор церкви. Dievas, pastorius bažnyčios. Никто не имеет над церковью никакой власти. Niekas neturi virš bažnyčios kitos valdžios.
Никто не имеет права управлять церковью со стороны. Единственное всемирное служение, которое сегодня идет. Для невесты. Всемирное. А послание стернаемо, для невесты. Но такой. Это послание. Ты рожденная. Это Святой Дух. Святой Двойце. Это Иисус Навин. Йозуе, который взял эту книгу, которую принес нам книга, сам же он через уста посланника. И то, что установил пророк в этом открытом слове, это для всемирного тела. Тай скирта висуотиням кунуй. А тело состоит уже из куна сусидеда из служений. Тарнавиму. И если у меня, допустим, Бог дал пасторский дар у себя в теле, pavyzdžiui, aš kūne turiu pastoriaus dovaną, то я пастор своей церкви. Aš savo bažnyčioje tik esu pastorius. Брат Дэвис, пастор вашей церкви. Yra pastorius jūsų bažnyčios. Если у меня дар миссионера там, или евангелиста, jei turiu dovaną misionieriaus ar evangelisto, то этот дар может использоваться для других церквей. Ši dovana gali būti naudojama ir kitoms bažnyčioms, ne tik vietiniai. Но это не может быть выше пастора. Bet tai negali būti aukščiau pastoriaus. И мой дар не может управлять им. Ir mano dovana jo valdyti negali. Но мы как братья. Tačiau kaip broliai mes. Мы трудимся все в единстве. Triūsime visi vienybėje. И я воистину благодарен. Iš tiesų esu dėkingas. За находящееся здесь единство духа. Už esančius čia dvasios vienybėje. В союзе мира. Рамибес Саюнгоя. Так, коли придем в единство веры. Толку посеяем эти кейм. Может быть, еще нет полного единства веры. Galbūt dar nėra visiško vienybės, потому что вера от откровения. Nes vienybė ateina, а в откровении мы растем. О прищкиме мы стремимся аукти, ar ne? Мы растем в откровении. Mes augame apreiškime. Поэтому эти служения. Todėl šie tarnavimai, они даны, чтобы привести. Jie yra duoti, kad būtume atvesti, церковь к этому зрелому возрасту. И та бранду амжу, kad jį pasiektume. И я бы хотел бы задать к вам, к поместной церкви, norėčiau здесь такой вопрос. Klausimą vietinės bažnyčios nariams, čia tokį klausimą. Видите ли вы в брате Дэвиса пастора? Ar galite brolyje Dėvyje matyti pastoriaus tarnavimą? Хорошо. Gerai. Слава Богу, вот. Шлове Дievui. Знаете, брат Дэвис, может, он на том мне рассказал об этом. Žinote, всем. Бролис Дэвис мне apie visą tai papasakojo. Он не хотел ни под кем склонять свою голову. Jis nenorėjo paklusti jokiai kitai valdžiai. Ни деноминации. Ни деноминацijoje. Нигде либо еще. Ни dar kur nors. Чтобы кто-то его рукоположал. Kad kas nors ant jo dėtų rankas. И это очень хорошие знаки качества. Это labai geras požymis ir bruožas. То есть он не попал ни под чьё влияние. Jis, kitaip tariant, nepalindo po niekino kito įtaką. И я общаюсь также с братьями. Taip pat bendraudama su broliais, aš со старшим братьем, брат Нитас, брат Русланас, вот. Руслану taip pat. И мы как братья увидели в нем этот пасторский дар. Kaip broliai, mes įžvelgėme pastoriaus dovaną jame. Увидели. Įžvelgėme. И у нас желание пришло на сердце. Ir širdise atsirado mumise troškimas. Официально рукоположить его на это служение. Официaliai paskirti į šiam tarnavimui, uždedant rankas. Чтобы это служение функционировало дальше. Kad ta dovana toliau funkcionuotų. Но я прежде чем это сделать. Bet prieš tai padarydamas. Прежде чем пригласить братьев. Prieš pakviesdamas brolius. Хочу задать у вас вопрос у церкви. Noriu bažnyčiai užduoti klausimą. Можете ли вы что-то сказать, что препятствует брату Дэвису? Ar galite pasakyti, kas ką nors, kas trukdytų broliui Dėviui этим служением. Tarnauti šiuo tarnavimu bažnyčiai? Вы должны сказать это сейчас? Turite tai pasakyti arba dabar? Или никогда? Arba niekada. Аминь, брат. Ir tylėti. Если есть, то, пожалуйста, можете сейчас сказать. Jeigu turite если что-то вас препятствует, этого тогда не будет. Прошу pasakyti, tai, jeigu yra kokia nors kliūtis. Все как бы это увидели. Visi suprantate tai? Это прекрасно. Но с тобой. Запомните, он будет допускать ошибки. Atsiminkite, jis darys klaidas. Как человек. Kaip žmogus. Но вы как церковь. Bet jūs kaip bažnyčia. Когда будете стоять вокруг него. Kai stovėsite šalia jo. И молиться за этот дар. Ir melsitės už и поддержите этот дар. И palaikysite ją. Вы будете иметь благословение от Иисуса Христа. Jūs gausite palaiminimus nuo Jėzaus Kristaus per šią dovaną. Потому что это очень ценный дар в теле Христа. Todėl, kad tai kūne yra labai brangi dovana. Я вам скажу, что это дефицит сегодня даже в невесте. Šiomis dienomis nuotokoje yra deficitas šios dovanos. Tai yra tikra tiesa.
Я очень много в послании лет, ну достаточно. Жиняя эсу солигнаю у долг мяту. И много чего видел. Эсу матес долг далеко. Но сегодня, и я скажу так. Bet šiandien pasakysiu taip. Я немного кого рукополагал. Не ant daug ko esu uždėjęs rankas palaiminimui. Но знаю, что тех, кого рукоположил, bet žinau, kad ant tų, ant kurių uždėjau rankas, они до сих пор действенны. Iki šiol tos dovanos yra veiksmingos, tarnauja. Не потому, что я рукоположил, не todėl, kad mano rankos buvo uždėtos, а потому, что Бог дал распознать. Bet todėl, kad Dievas davė atskirti, atpažinti teisingai. Я знаю, что один из них это сейчас наш диакон брат Денис, который Žinau, смотрит трансляцию. Vienas iš jų yra mūsų brolis Denisas, kuris šiuo metu stebi трансляцию. Церковь сразу видела в нем этот диаконский дар. Бажнича iš karto jame atpažino диакона дована. И подходили ко мне вопросы давали. Можете повторить? У меня задавали вопрос, брат Володя, не видишь ли ты? Man uždavinėjo klausimą, broli Володя, ar tu nematai? Братья Денисе диакона. Бролия Денисе диакона дована. Я, конечно, вижу. Aš pasakiau, žinoma, kad matau. Я хотел это услышать от вас. Tačiau norėjau išgirsti tai ir iš jūsų. И я очень благодарен. Esu labai dėkingas. За то, что Бог дает нам это развлечение. Už tai, kad Dievas suteikia mums atskyrimą. И здесь. Ir čia, прежде чем это будем делать, я хотел бы зачитать подарydami, aš noriu несколько мест из Писания, пару kelias rašto vietas, и пригласить потом наших братьев. Kui pakviesti mūsų brolius, это брата Русанаса и брата Руслана Гинтаса. Ir Ginta. Это место Писания rašto из 2 Тимофея. 2 Тимотеус, 1 глава, 6 стих. 1:6. Это апостол Павел пишет к Тимофею. Апостолас Паулюс рашо Тимотеюй. Тимофей был молодой брат. Тимотеюс был jaunas brolis. И в нем он распознал служителя. Jame jis atpažino tarnautoją. В нем он распознал дар, который был передан через его прабабки Лаиды и через его маму. Atpažino dovaną, kurią jis paveldėjo iš savo močiutės. Они распознали tą dovaną. Ir jie atpažino tą dovaną. И прежде чем рукополагать, ir prieš dedant ant jo rankas, апостол Павел, когда приезжал куда-то в город, kai paštalas Paulius atvykdavo į kažkokį miestą, он видел равное откровение. Jis matydavo lygiavertį apreiškimą ten esantį. В первую очередь ему открыто слово. Visų pirma, tam žmogui turi būti atidengtas žodis. Если открыто слово, o jeigu žodis apreikštas, значит, тело будет питаться tai reiškia, kad словом. Kūnas galės maitintis žodžiu tuo apreikštu. Церковь растет todėl, по откровению. Bažnyčia auga per apreiškimą. Не просто он был подходящий, не šiaip jis buvo tinkamas kaip žmogus, приятный по плоти, malonus, malonios išvaizdos, вежливый, mandagus, красиво говорящий, ораторius, но без откровения, bet neturintis apreiškimo, и без дара, ir be dovanos. Ne. Поэтому, когда они распознавали этот дар, todėl, kai jie atpažindavo tą dovaną, они видели, что церковь собралась вокруг этого дара, jie matydavo, kad bažnyčia jau susibūrdavo aplink tą dovaną, потому что вожак он рождается в стае, nes vedlys gimsta bandoje, и они, собравшись вокруг этого дара, ir susirinkę aplink tą dovaną, они доверяют именно дару. Jie pasitikė būtent dovana tame žmoguje, ne žmogumi pačiu, а дару, bet dovana. Мы не верим в людей, mes netikime žmonėmis, но мы верим в дар, tikime dovana, который от Господа, kuri iš Dievo. Любой человек bet падает, kuris žmogus krenta, и все люди падали, ir visi žmonės krito, кроме одного, išskyrus vieną, человек Иисус Христос, žmogų Jėzų Kristų. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот зачитываю. Ir štai skaitau. 2 Тимофея. 2 Тимотеи. 1 глава, 6 стих. 1:6. Он говорит: «По сей причине напоминаю тебе todėl primenu tau, возгревать дар Божий, kad pakurstytum Dievo dovaną, который в тебе через мое рукоположение». Kuri yra tavyje per mano rankų uždėjimą. Broli Deivi. Брат Дэвис. Broli Deivi. Пройди, пожалуйста, išėjki сюда. Išėjki priekį, прошу. Брат Гинтас, брат Русанас, пойдите, пожалуйста, сюда также, братья. Приеки, taip pat, броли. И это не через конкретное рукоположение, все это должны понимать место Писания. Visi turite suprasti, kad tai ne kažkoks konkretus rankų uždėjimas yra. А мы рукополагаем потому, что мы уже увидели и распознали в нем этот дар. Mes dedam rankas dėl to, kad mes jau išvydome ir atpažinome esančią dovaną jame. Už tai galima pasakyti šlovė viešpačiui.
И мы видим, что этот дар, матом, как ши дована, он сам литовец, и спец yra lietuvis, и очень подходящий дар, нужный дар для литовскоговорящих. Ir jis yra labai tinkama dovana lietuvių tautai. Сразу литовцев радовались. Visi lietuviai apsidžiaugė iš karto. Пусть Господь действительно обильнейше, обильнейше благословит. Viešpats iš tiesų labai gausiai palaimins. Бог слышал ваши молитвы. Dievas girdėjo jūsų maldas. И на эти молитвы он ответил. Ir į tas maldas jis atsakė. Он взращивал его. Jis augino jį. Он готовил его. Ruošė jį. И он готовил его интересным способом. Ir jis ruošė jį įdomiu keliu, būdu. Но мы сейчас не об этом. Мы Tačiau по факту. Šiandien не apie tai kalbam, bet tai yra faktas. Поэтому, брат Дэвис, Тита, 1 глава, 5 стих. Тито. Апостол Павел также дальше говорит. Vienas, penki. Для того я оставил тебя в Крите. Извините, какое место? Тита. Тита 1:5. Тито 1:5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. Palikau tave Kretoje dėl tos priežasties, kad sutvarkytum tai, kas dar nesutvarkyta. Paulius ėjo žodį. Jis turėjo toliau dirbti ir tą žodį išpildyti, kaip Elijas perdavė Eliziejui darbą. Elizėjas turėjo patepti kitus toliau. Елисей. Для того я поставил тебя в Крите, чтобы ты довершил незаконченное, недоконченное. Palikau tave Kretoje dėl tos priežasties, kad sutvarkytum tai, kas dar nesutvarkyta. По всем городам пресвитеров, как я тебе в другом месте как повелел. Ir kiekviename mieste paskirtum vyresniuosius, kaip tave paskyriau. То есть, брат Дэвис, бролис Дэвис, если будут рождаться еще где-то по городам какие-то литовские группы церкви, броли Дэви и китуасы литовос местосе дар гимс группалес, и рис отпажинс, также дар, Taip pat kita dovana. Видишь, что церковь тянется к этому дару. Pamatysi, kad bažnyčia būrėsi aplink tą dovaną. Он точно так же может вот пригласить братьев. Lygiai taip pat jis galės pakviesti brolius. И рукоположить также тех, которые именно имеют этот дар. Rankas ant kitų, kurie irgi turi dovanas. Это все по Библии, так как учил посланник периода. Pagal Bibliją ir pasiuntinys periodo to mokė. Ir lygiai taip pat jis darė. И точно так же сейчас мы желаем. Lygiai taip pat mes dabar norime. Вместе с братьями. Kartu su broliais. Вот так стать вокруг брата Дэвиса. Середине вот. Возложив на него руки. Uždėsime ant jo rankas. Церковь поднимется вместе с нами, будет молиться. Kartu melsite su mumis. Я не просто хочу возложить и молиться своими словами. Aš ne šiaip noriu uždėti rankas ir melstis savais žodžiais. Я хочу взять уже помазанное слово. Noriu paimti jau pateptą žodį. Уже хочу брать молитву. Noriu paimti maldą. Которая молился наш пророк. Kurią meldėsi mūsų pranašas. Проповеди обвинения. Помоксле обкальтинимас. Он молился тогда за брата Кульмана. Jis тогда мельдесе уж броли Кульмана. Который стал потом апостолом-миссионером и был пастором по местной церкви. Потом тапо апаштолу миссионером и ветенец бажничо с пастырями. Склоним наши головы. Поленькими мусу галвас. Дорогой на Господь. Брынгус вешпатя. На брата Дэвиса. Ан броли Дэйва. Мы возлагаем наши руки, rankas, как свидетели Господь, kaip liudininkai viešpatie, для утверждения Его призыва, patvirtinimu jo pašaukimo, что мы, kad mes, эта церковь, ši bažnyčia, эта группа людей, ši žmonių grupė, верим в Него как слугу Христа, tikime juo kaip Dievo tarnu, и мы просим, ir mes prašome, чтобы ты благословил его, kad tu palaimintum jį, и дал ему великое могучее служение, ir duotum jam didį galingą tarnavimą, чтобы он завоевал души для своего Господа, kad jis atkovotų sielas savo viešpačiui, избавлял пленных и сокрушал силы сатаны, išlaisvintų belaisvius ir triuškintų velnio jėgą žmonių gyvenimuose, общающихся с ним, kurie bendraus su juo. Дай ему Господь плодоносную жизнь, дай им Вешпатя vaisingą gyvenimą, чтобы помогать и укреплять нас, kad padėti ir stiprinti mus. И также, ir taip pat, когда он подойдет к концу пути, kai jis prieis kelio pabaigą, Боже, Dieve, даруй, dovanok, чтобы он мог взглянуть на длинный след и увидеть, kad jis galėtų pažvelgti į ilgą nueitą kelią, что благодатью Иисуса Христа он был способен сокрушить все оковы врага, ir pamatyti, kad Jėzaus Kristaus malonė jis galėjo nutraukti visus priešo pančius. Все это во имя чести Божией. Visa tai vardan Dievo šlovės.
Отец Небесный, Дангишкасис Тевя, пусть этот муж, тегул шитас вирас, живет, гивенс, и трудится, и дирбс трюс, таким образом на Ниве Божьей, токю буду Дьево лукуосе тарнавимо, пусть твои благословения, тегул таво палайминимай, почивает над ним, ильсесис ант йо, и пребывает с ним до тех пор, ир бусу йо ики тол, когда мы все соберемся у ног нашего великого учителя, кимес виси сусиринсиме при саво диджио мокитойо кою. И также Господь, ir taip pat viešpatė, мы будем поддерживать mes палайкисиме его jį, теми дарами, томис довономис, которые ты даровал также нам, kurias taip pat ir mums dovanoji, чтобы эта церковь, kad ši bažnyčia, она также могла прийти к зрелости, и taip pat galėtų pasiekti brandą. Боже, Dieve, да пребудет с ним Господь, ты бус su juo viešpats, да пребудет Господь с этой церковью, ты бус viešpats su šia bažnyčia, да пребудет Господь с его семьей, ты бус viešpats su jo šeima, чтобы семья, kad jo šeima, также ценила, taip pat brangintų, понимала, suprastų, и поддерживала, ir palaikytų, что он не просто отец, kad jis ne vien tik tėvas, что он Богом поставленный, yra Dievo pastatytas, для этого великого служения, šiam dideliam tarnavimui. Боже, и Dieve, мы просим, поставь свою защиту, охраду вокруг этой семьи, pastatyk apsaugą savo aplink šią šeimą, потому что дьявол будет набрасываться на эту kadangi семью, velnės bandys atakuoti šią šeimą. Господь Бог, Viešpatė мы Dieve, полностью веряем в Твои руки. Mes visiškai atiduodame į Tavo rankas, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 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 Бродевис, Broli Deivi, благослови Тебе, Господь. Талаймина Тави Viešpats. Спасибо, братья. Я могу передать Тебе, да? Aš Tau turiu perduoti, ar ne dabar? Опять. O kas gėdos, ar gėdosi dar? Что-то сказать. Ar kažką pasakyti gal reikia? Как сразу убирает. Iš karto bėga. Taigi, vieną giesmę dar pagėdosi. Еще один псалом. Gal vežimą. Про колесницу, спустилась колесница. Ačiū bažnyčia. Спасибо, церковь. Еще пару слов скажу, если получится после всего. Никогда не ищу шловес. Я никогда не искал славы. И никогда не думал, как таким образом сложится моя личная жизнь. Я никогда даже не подумал, что таким образом сложится моя личная жизнь. Niekada nenorėjau ir negalvojau, kad galiu būti pastoriu ir pamokslininku ar iš viso kažką yeah. tai daryti dėl Dievo. Даже никогда не смог подумать, что вообще смогу стать пастором когда-нибудь в жизни или делать что-то для Бога. Bet kada Viešpats atėjo mano širdį ir į mano gyvenimą? Но когда Господь пришел в мое сердце и в мою жизнь, Jis nugalėjo mane. Он победил меня. Jo meilė, kurią jis pripildė mane, buvo stipresnė už mane. Его любовь, которая наполнила меня, была сильнее меня. Ir aš iš visos širdies troškau daryti tai dėl jo. И всем сердцем я имел желание трудиться для него. Когда jis įėjo mane. Когда он вошел в меня. Ir nuo pat pradžių, и с самого начала Dievas man parodė savo paprastumą. Бог раскрыл для меня свою простоту. И аж самонингой я сознательно то стенгился лайкитис. А старался этого держаться. То есть Христос по-простому. Просто той простоты Христовой. И тарнаути ям тейп. И трудиться для него так. Иш весо сердес. Просто с всем сердцем. Кейп аж галел. Как я смог. И рачу Девы. И слава Богу, kad jis visus tos metus vedė mane, что все те года он вел меня. Ir aš atėjau būtent į šito žodžio šviesą. Я вошел именно в свет и этого слова. Свет послания. Nes tai buvo jo išankstinis išrinkimas ir numatymas. Потому что это было то, как он предупредил и предвидел, как все. Ir ačiū Dievui už visą jo teisumą. И слава Богу за все его праведность, kad mes galėjom tai vykdyti. Чтобы мы смогли исполнить это. Nes jeigu tai Dievo valia, tai turi būti vykdyta. Потому что если это воля Божья, это должно исполниться. Амен, бажнича. Аминь.
Ir aš tiesiog stovėdamas prieš Dievą noriu pasakyti, kad taip kaip dariau, так как я поступал, kaip galėjau viską dėl Viešpaties, как старался все делать для Господа, aš stengsiuosi dar labiau. Так еще и сильнее я буду стараться это все делать и продолжать. Kad mes visi kartu, чтобы мы все вместе išpildytume tą tobulą Dievo valią. Исполнили совершенную волю Божию. Ir tai, kad Dievas numatė Lietuvoje. И то, что Бог предназначил для Литвы. Būtent dėl lietuvių, конкретно lietuviakalbių žmonių. Для литовского народа. Dėl kiekvieno mūsų susirinkimo. Для каждого собрания здесь. Ir šeimos. И семьи каждой. Ir asmeninio gyvenimo. И личной жизни каждого индивидуума. Bažnyčia, aš melžiuosi už jūs. Церковь, я буду молиться за вас. Ir kad Dievas mums atvertų savo kelius. Чтобы Бог раскрыл нам свои пути. Parodytų savo kelius. Показал свои пути нам. Ir aš prašau, kad jūs melstumėtės už mane. И я молю, чтобы вы молились за меня. Kad aš galėčiau iš tikrųjų suprasti, atpažinti. Чтобы я мог понять, распознать. Ir ryštingai ir drąsiai to laikytis. И конкретно этого держаться. Ačiū Jums, твердо. Kad Jūs esat. Спасибо за то, что Вы есть. Visus be galo myliu. Всех безгранично люблю. Дякую бролю Владимиру. Благодарю брата Владимира. Бролю Руслану. Брату Русланасу. Бролю Гинтой. Брату Гинтасу. Китем бролям. Другим братьям. Kurie prisidėjo prie to, kad aš būčiau tuo, kas aš esu. Которые помогли мне стать тем, кем я являюсь. Nes ta dovana, kuri yra jumise. Потому что то дар, который в вас. Atskleidė tai, kas aš esu. Раскрыло то, что я, кем я являюсь. Jūs esat be galo man brangus ir vertingi. Visi, kurie esat. Я очень ценю Вас. Хочу поблагодарить Бажничей, которая всегда была шале. Поблагодарить церкви, которая всегда была рядом со мной, поддерживала меня, понимала меня. Бажничья, мы все одна семья. Церковь, мы все единая семья. Хочу поблагодарить нашего Вешпатя Иисус Христос. Благословит Вас нашим именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ачью. Vešimas nusileido, veš mane jau greitai namo. 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 Pažvelgęs už Jordano aš pamačiau, veš mane jau greitai namo. Matau ateina angelų būrys, veš mane jau greitai namo. Pažvelgęs už Jordano aš pamačiau, veš mane jau greitai namo. Matau ateina angelų būrys, veš mane jau greitai namo. Vežimas nusileido, 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 veš mane jau greitai namo. Jeigu anksčiau aš ten būsiu tu, veš mane jau greitai namo.
Колесница сошла тогда, когда Илия был приготовлен к уходу. Элиас был pasiruošęs išėjimui. И он знал, что ему должно уйти. Ir žinojo, kad jam jau laikas išeiti. Я верю, что невеста тоже будет знать. Tikiu, kad nuotaka taip pat žinos. И к этому времени она приготавливается. Tam laiku ji ruošiasi. И для этого есть путь приготовления. Ir tam jai yra skirtas pasiruošimo kelias. Этот путь уже проложил для нас Господь. Tą kelią jau nutiesė mums Viešpats. И так должен нам исполнить всякую праведность. Ir taip mums prideda išpildyti visą teisumą. Когда мы видим Kai matome Евангелие от Иоанна 1 глава, Йоно 1 скирия, 29 стих, 29 лютя. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса. 1:29 Иоанна. 1:29 Йоно. Сегодня день Йонас помато атеинанти паси Иезу ир сако. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Штей Дьево Винелес, который пошалина пасаулю нуодеме. Все есть. Šitas yra, о котором и сказал, tas, apie kurį aš а за мной идет муж, который стал впереди меня, потому vyras, что он был прежде меня. Kuris yra pirmesnis už mane, nes jis buvo pirma manęs. Дорогой наш Небесный Отец, mūsų brangus dangiškasis Tėve, благослови, Господи, эти слова, palaimink šiuos žodžius, Tėve, тем благословением, tais palaiminimais, которым ты уже изрекал через своих слуг пророков. Kuriuos tu jau esi išsakęs per savo tarnus pranašus. Пусть та же мысль, то же помазание, tegul ta pati mintis, tas pats patepimas, nužengs šiandien ant mūsų ir atskleis mums нашу позицию, mūsų poziciją, наш день и наш час, mūsų dieną ir valandą, и кто мы есть ir в этом kas слове. Mes esame šiame žodyje. Jėzus Jėzus Viešpaties Kristaus vardu meldžiame. Amen. Присаживайтесь, пожалуйста. Sėskitės, прошу. Почему я как бы затронул этот путь? Kodėl aš paliečiau tą kelią? Потому что даже сам Иоанн, todėl, kad net pats Jonas, Евангелие от Матфея, Mato Evangelijoje, когда к Иисус к нему подходил, kai Jėzus prie jo priejo, Иоанн начал, Jonas pradėjo, не то что противиться, не tai, kad priešintis, он говорил, мне должно тебя jis креститься. Sako, aš juk, tu turėtum mane приходишь ко мне, а то ты не pas mane. И знаете, я уверен, что каждый из нас точно так же поступил Žinote, бы. Я esu tikras, kad kiekvienas pasielgtume taip pat. И почему Петр начал тоже Kodėl возмущаться? Петрас pradėjo muistytis. Господи, тебе ли мои ноги мывать? Viešpatie, ar tu plausi mano kojas? Не, нет, это я не, должен не, тебе еще мыть. Aš turėčiau tau plauti. Помните, да, эти места? Prisimenate, ar ne, tas vietas? Но Иисус говорит. Bet Jėzus sako.
Если не мою тебя, не имеешь счастья со мною. Я не плавсю тавес, не туреси далес со мною. Счастье со мною. Далес со мною. А он я есть воскресение. Он есть, ира, аш эсу присекелимас. Тогда Петр уже смиряется. Тогда Петрус его нусижамино. Потому что это сказала Todėl, слово. Кад тай пасакė жодис. Я есть воскресение. Аш эсу присекелимас. Какая, знаете, великое смирение Божие. Žinote, koks yra didis Dievo nusižeminimas. Сойти с коридора славы. Nusileisti šlovės koridoriais, сюда на землю, nusileisti ant žemės. И омыть ноги. Ir nuplauti kojas. Это настоящее смирение. Tai yra tikras nusižeminimas. И посмотрите. Pažvelkite. Он приходит. Jis ateina. Именно в воде. Būtent vandenyje. К своему пророку. Ateina pas savo pranašą. И не просто к пророку. Не шей пас пранаша. Он приходит к пророку в духе силы Илии. Jis ateina pas pranaša Elijo dvasioje. Первом своем пришествии. Pirmojo savo atėjimo metu. А он Господь не меняется? O viešpats jis juk nesikeičia. Ведь Христос есть слово. Juk Kristus yra žodis. И его первое пришествие. Ir jo pirmojo atėjimo metu. Imėlo себе тайну. Tame atėjime slypėjo paslaptis. И эта тайна открылась пророку. Ir ta paslaptis atsidengė pranašui. Аминь. Amen. А какая тайна была? O kokia ten buvo paslaptis? Для чего он пришел? Kodėl jis atėjo? В первом своем пришествии. Savo pirmajame atėjime. Он пришел для того, чтобы нас искупить. Jis atėjo tam, kad mus atpirktų. Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь за нас. Jis atėjo atiduoti savo gyvybės už mus. Для того, чтобы послать потом Святого Духа. Tam, kad po to galėtų atsiųsti šventąją dvasią. Правильно? Teisingai? Также по Библии. Juk tai pagal Bibliją. И вот посмотрите. Pažvelkite. Христос слово. Kristus yra žodis. Родился. Gimė. Христос слово, да? Kristus yra žodis, taip, gimė. От слова. Iš žodžio. Стал словом. Tapo žodžiu. И слово приходит именно к пророку. Ir žodis ateina būtent pas pranašą. На реке Иордан. Jordano upėje. В 20 веке, в 33 году, 33 метрах, на реке Огайо, Огайо упея, точно такое же самое служение. И там был лиги токс под старнами. Когда наш пророк в духе силы Илии, и мусу пранаша с Элио двасия, он стоял и крестил 17 человека. Стоял и бридес упея и покрикштио 17. Во что он крестил? 17 жмоню покрикштио. В это имя. И еще варду. Имя Господа. Варду вешпатес. Иисуса Христа. Иисус Христос. И раздался голос с неба. Ir pasigirdo balsas iš dangaus. Снизошел этот великий свет. Та šviesa pasirodė didelė. И провозгласил. Ir buvo paskelbta. Как Иоанн Креститель возвестил первое пришествие Христа. Kaip Jonas Krikštytojas paskelbė apie pirmąjį atėjimą Kristaus, taip tavo žinia paskelbs antrąjį atėjimą. Не ты, не ту, а послание. Bet žinia. И точно так, как Иоанн должен был быть забран со сцены, ir lygiai taip pat, kaip Jonas turėjo būti patrauktas nuo veiksmo scenos, но послание двигалось дальше. Žinia judėjo toliau po jo. Точно же пророк наше время. Lygiai taip pat su mūsų dienų pranašu. Он забран был со сцены. Jis buvo patrauktas nuo veiksmo scenos. Для того, чтобы послание это двигалось дальше. Tam, kad žinia galėtų judėti toliau. Чтобы это послание росло. Tam, kad žinia augtų. Потому что Иоанну должно было умоляться. Todėl, kad Jonas turėjo mažėti. А ему должно было расти. O jis augti, didėti. Седьмая печать. Septintasis antspaudas. Когда она была снята? Kai jis buvo nuplėštas. Пророк сказал. Pranašas pasakė. Это великая личность. Tai ta didi asmenybė. Она должна расти. Ji turės augti. А мне должно умоляться. O aš turėsiu mažėti. Я хотел бы сегодня поговорить об этом великом труде. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tą didį и darbą. И о самом величественном месте Писания в Библии. Ir apie pačią didingiausią rašto vietą visame как rašte. Как вы думаете, какое самое величественное Писание в Kaip galvojate, kokia yra pati didingiausia rašto vieta Biblijoje? Мы сегодня об этом поговорим. Šiandien apie tai ir pakalbėsime. Итак, если мы видим, что Бог не меняется, taigi, jeigu mes matome, kad Dievas nesikeičia, и пророк духе Илии представил Анса, ir pranašas Elijo dvasioje pristatė vynėlį, который отдает себя на Голгофском кресте, kuris atiduoda savo gyvybę ant Golgotos kryžiaus, для искупления, atpirkimui. Скажите, этого достаточно? Pasakykite, ar to pakako? Нет. Ne. Конечно, нет. Žinoma, ne. Но деноминации так вам не скажут. Для деноминации так вам не скажут. Когда вы будете общаться, kai bendrausite, вам скажут, так он умер на кресте. Pasakys, juk jis numirė ant kryžiaus. Он отдал свою жизнь за наши грехи. Atidavė savo gyvybę už mūsų nuodėmes. Он пролил свою кровь. Jis pralėjo savo kraują. Что еще может быть больше? Kas dar gali būti didingesnio? Жертва принесена. Aukat nešta.
Мы спасаемся Его кровью. Mes esame išgelbėti Jo krauju. Тогда возникает справедливый вопрос. Tuomet iškyla nuoširdus klausimas. Где мы получаем спасение? Kur mes įgyjame? На Голгофском кресте. Отпиркима ant Пойдемте Голгофе. Kryžiaus, tai ką įsime į Golgotą. Каждый человек должен пережить Голгофу в своей жизни. Kiekvienas žmogus turi Golgotos išgyvenimą, išgyventi savo gyvenime. Аминь. Amen. Теперь я хочу видеть кровь. Dabar aš noriu matyti kraują. Которая капает с Голгофского креста. Kuris kapsi nuo Golgotos kryžiaus. Где эта кровь? Kurgi tas kraujas, kur jį rasti? Библия говорит, если мы ходим во свете, Библия сако, jei vaikštome šviesoje, подобно как он во свете, panašiai kaip jis yra šviesoje, тогда кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Jėzaus Kristaus kraujas apvalo nuo bet kokios nuodėmės. Мы с вами говорили в среду о порядке. Trečiadienį kalbėjome apie tvarką. Не просто порядке, а великом порядке. Tvarka, apie didžiąją tvarką. И пророк говорит, ir pranašas sako, в проповедь, ибо только лице его я приму. Ибо только его лицо я приму. Помогся, только его veidą aš priimsiu. Он говорит, что порядок дает начало церкви. И sako, tvarka duoda, suteikia pradžią bažnyčios. Вот почему мы говорили о порядке. Štai kodėl kalbėjome apie tvarką. И это дает начало церкви. Ir tai yra tarsi bažnyčios pradžia, nuo to начало prasideda какое? Bažnyčia. Kokia tai pradžia? Начало того роста. Pradžia to ūgio. Когда ему должно возрастать в нас. Kai jis turės augti mumyse. Вот почему говорили за эти полчаса тишины. Štai kodėl buvo kalbama apie pusvalandį tylos. Потому что полчаса тишины Nes pusvalandis tylos приготавливает нас paruošia mus к его приходу сюда. Jo atėjimui čia. Для чего? Kam? Для того, чтобы он мог возрастать в нас. Kad jis galėtų augti mumyse. Чтобы он мог нам говорить, а мы могли принимать. Kad jis galėtų mums kalbėti, o mes priimti tai, ką jis mums kalbės. И мы с вами затрагивали скинию. Ir mes su jumis prisilietėme prie padangtės temos. И мы видим, что в этой скинии Ir mes matome, kad padangtėje был тоже великий порядок. Buvo taip pat labai didelė tvarka. Что когда скиния была уже полностью завершена, kai padangtės statyba buvo visiškai užbaigta, только тогда сошло облако. Tada debesis nusileido. Слава Шехина сошла. Шлове Шехина нужен. Правда? Ar ne? Только тогда. Tik tuomet. И мы видим, что в скине были семь основных предметов. Kad padangtėje buvo septyni pagrindiniai daiktai. Она состояла из трех частей. Ji buvo sudaryta iš trijų dalių. Это внешний двор. Išorinis kiemas. Это святое. Šventoji. И святое святых. Ir šventų švenčiausioji. В это все найдете в Ветхом Завете. Visa tai rasite Sename Testamente, Išėjimo knygoje. Levitak, все это порядок. Kunigų knygoje ir visa ta tvarka aprašyta. И вот посмотрите, внешний двор. Ir pažiūrėkite, išorinis kiemas. Это то, что видели люди. Jį matė žmonės. Там убивалась эта жертва. Там была užmušama auka. Прежде чем эта жертва была убита, Prieš užmušant tą auką, она должна была быть омыта. Ji turėjo būti nuplaunama. Помню, да, это все? Prisimenate visą tai, она ne? Должна быть омыта. Ją turėjo nuplauti. То есть весь Ветхий Завет, Visas Senasis Testamentas он говорит byloja apie naująjį. Весь Ветхий Завет, Visas Senasis Testamentas это был образ, да, buvo и тень провайздис ir šešėlis būsimųjų dalykų. А будущее, o būsimieji dalykai, tuomet, это настоящее, сейчас это мы. Символизуя дабарти, kurioje esame dabar Аллилуйя. Mes. Аллилуйя. Аллилуйя, это прекрасно, когда ты ходишь, да, когда ты не видели этот день, а мы вошли в этот день. Dieną, ateityje, о, Господь, как это чудесно. О, Viešpatie, kaip а мы вошли в этот день. Ar mes įėjome į šią dieną? И мы поэтому сегодня будем говорить об этом дне, Todėl что Бог делает сегодня. Apie šią dieną, ką Dievas daro šiandien. И вот когда мы видим на внешнем дворе жертва омывалась, точно как Иисус Христос был, что омыт вода Хердана, Йорданова и в этом участие принимал лично пророк. Точно так же Моисей представить должен был эту жертву. И Мозе должен был представить эту ауку. Аминь. Теперь посмотрите. Первосвященник Арон, aukščiausiasis kunigas Aronas, первосвященник, aukščiausiasis kunigas, должен был стать ходатаем. Turėjo tapti užtarėju. Как он становился ходатаем? Он должен был взять кровь этой жертвы. Turėdavo paimti aukos kraujo. Но Моисей его должен был мыть. Bet Mozė turėjo tą auką nuplauti. Это вы найдете в проповеди, так надлежит нам исполнить всю праведность. Помоксле сурасите этой мумс придера испилить весь этот пророка. Ты сума пранашо помокслас. И он показывает, что Иисус это также великий первосвященник. Ir jis parodo provaizdį, kad Jėzus taip pat yra didysis arba aukščiausiasis kunigas. Apostol Paulius raskrivato tu tainu. Apaštalas Paulius atskleidžia šią paslaptį. Что после того, когда он отдал себя в жертву, kad po to, kai jis paukojo save kaip auką, он должен был jis turėjo
уйти из вида. Pasišalinti iš akivaizdos. Он должен был войти во святое святых. Jis turėjo pereiti į šventų švenčiausiąją. Народ его больше не видел. Tauta daugiau jo nebematė. Когда Иисус был отдан жертву, kai Jėzus buvo paukotas, kaip auka, когда было на внешнем дворе, tai vyko išoriniame kieme, люди видели его крещение. Žmonės matė jo krikštą. Люди видели, как он был принесен жертву. Jie matė, kaip jis buvo paukotas. Теперь он должен был войти во святое святых. Dabar jis turėjo įeiti į šventų švenčiausiąją. Уже не с кровью козлов и тельцов. Nes tai nebe jaučių rožių kraujas, bet kaip aukščiausiasis kunigas su savo pačio krauju. Войти туда, когда ходатай за нас. Įeiti ten, atlikdamas už mūsų užtarimą. Точно так же, lygiai taip pat, как в Ветхом Завете, kaip ir Senajame Testamente, padangtėje. Люди видели, как этот агнец был принесен жертву. Žmonės galėjo matyti, kaip tas avinėlis buvo paukojamas ir prieš tai nuplaunamas. И первосвященник Аарон, aukščiausiasis kunigas Aaronas, с кровью этого анса, su to avinėlio krauju, возлагав вначале руки на его голову, dėdamas ant jo galvos рankas, susitapatindavo, потому что это слово todėl, было, tai buvo žodis, который представил пророк, kurį pristatė pranašas. Это не просто, знаете, у кого захотел, у того и взял. Tai ne šiaip, kad jis buvo paimtas tas avinėlis iš ko tik panorėjo. Kokį nors ten luošą arba neįgalų. Ne. Он должен был быть согласен образца, avinėlis turėjo atitikti atvaizdą, показанного на небе Моисею, kuris Mozei buvo parodytas danguje. Это без пятна и порока. Be kliaudos ir dėmės. И вот он отождествляется с этим жертвенным ансом. Dabar susitapatina su берет его кровь. Ima jo kraują. И должен был помазать правое ухо. Turėjo patepti dešinę ausį. Правый большой палец руки, didelė правый ноги. Ir kojos, taip pat, и с этой крови должен был войти во святое святых. Зачем? Kodėl? Что делал в этот момент народ? Ką ta akimirka darė tauta? То, что делал сейчас. Tai, ką ir dabar daro. До последнего времени. Iki paskutinio laiko. Иисус. Jėzus. После того, как был принесен жертву, по то, как был паукотас, он вошел во святое святых. Įėjo į šventų švenčiausiąją. И на протяжении семи периодов, septynių periodų metu, семи эпох, septynių эпохų metu, на протяжении этих 2000 лет, 2000 metų он являлся ходатаем. Jis buvo užtarėjas. Аминь. 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 Вы видели его? Ar jūs matėte jį? Народ видел, когда стоял у скини? Tauta matė jį, kai stovėjo prie padangės? Он находился там. Jis buvo viduje. Как ходатай. Kaip užtarėjas. Как первосвященник нашего исповедания. Kaip aukščiausiasis kunigas mūsų išpažinimo. Потому что когда первосвященник входил во святое святых, aukščiausiasis kunigas įžengdavo į šventų švenčiausiąją, iš išorinio kiemo, praeiti šventąją. А святое, o šventoji, там находился семисвечник, buvo tas žibintuvo, žvakidė su septyniomis žvakėmis. Семисвечник, что символизировало семь периодов. Kuris simbolizavo septynis periodus. Там находились хлеба предложения по другую сторону. Kitoje pusėje buvo padėtinė duona. А это хлеба, вот tos duonos, которые Бог посылал, Dievas jas siuntė, в каждом периоде, kiekvienam periodui, через посланника, per pasiuntinį. Сам Христос, pats Kristus, который держал семь звезд в руке своей, savo rankoje laikė septynias я žvaigždes, говорю, держал, aš sakau, laikė, сейчас он уже их не держит, dabar jau nebelaiko, это уже исполнилось, tai jau išsipildė, сейчас он вас, dabar jis jumyse, и мы по Писанию сегодня должны увидеть, что Христос вас. Ir šiandien rašte mes turime matyti, kad jūs, Kristus yra jumyse. Ir tos septynios žvaigždės. Люди читают просто семь звезд. Žmonės tiesiog perskaito septynios žvaigždės. Церквам. Septynioms bažnyčioms. Но мы знаем имена этих звезд. Bet mes žinome tų žvaigždžių vardus. Павел. Paulius. Ireней. Ireniejus. Так или нет? Ar ne? Аллилуйя. Мартин. Колумба, Мартинас Колумба, Лютер, Люттерис, Веслейус, и пророк в духе силы Или. Ir pranašas dvasioje ir jėgoje Elio. Это сильный посланник к этому периоду. Stiprus pasiuntinys šiam periodui. И вот, когда этот первосвященник проходил во святое святых, ir kuomet aukščiausiasis kunigas eidavo į šventų švenčiausiąją, он должен был пройти весь этот этап. Jis turėjo praeiti visus tuos etapus. Все семь эпох. Visas septynias epochas pravaizdė. И о каждой эпохе. Ir kiekvienoje epochoje. Он должен был позаботиться. Jis jie turėdavo kaip pasirūpinti, kaip užtarėjas dalyvauti. Оставлял церковь свою jis nepalikdavo savo bažnyčios be dėmesio. Он каждому периоду посылал ману. Kiekvienam periodui duodavo, siūsdavo maną. Хлеб. Duoną siūsdavo iš dangaus. Но это была мера. Bet tai buvo tam tikras saikas tik tai tame. Сама полнота. Visa pilnatvė. Вся находится в нем. Слипи jame pačiame. Скажите, когда он ходил туда во святое святых, pasakykite, kai jis įeidavo į šventų švenčiausiąją, koks buvo tikslas to įėjimo jo. Жертва должна была быть принята. Аука turėjo būti priimta.
Вы знаете, что тогда первосвященника держали как за веревку. Anuomet aukščiausiai kunigą būdavo pririšę virve. Когда он туда входил, kai jis įeidavo į vidų, если эта жертва не была угодна, nebuvo tinkama, колокольчики прекращали звучать, tie varpeliai nustodavo skambėti, и его там Бог должен был поразить. Ir Dievas turėdavo jį ištikti. Если бы этот первосвященник, который ходил, не сделал согласно образца, который показал Моисей, не будет подарить виско погал провозди, который Моисей делал, принес это с небес, а Моисей отнесет это из дангоз, а то жертва бы не принялась, то ука не будут принята, его будут не тетикимы. Его вытягивали на веревке, мед ей штрафдовал, потому что никто не мог войти во святое святых. Никас не глядывал под ейти швенту швенчался. Никто не мог. Никас. Никого не было достойного. Не было ни вено верто. И представьте состояние людей, если вы издохите от утос бусина, которые стояли возле этой скини, стоявшие шале подангтес. Они были в великом ожидании. Трио дидели лукести. Они ждали. Е лауке. Потому что в этом заключалось ихнее искупление. Прощение грехов. Veiksmė slypėjo jų atpirkimas ir nuodėmių atleidimas. Когда мы открываем с вами Откровение 5 глава, Apreiškimo 5 skyrių, с 1 стиха, nuo 1 eilutės. И видел я в десницу сидящего на престоле книгу. Ir soste sėdinčioje dešinėje pamačiau knygą. Кто помнит, что находилось во святое святых? Kas prisimena, kas buvo šventų švenčiausia, kokie daiktai? Книга. 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 Ковчег откровения. Скриня апрещена. Кто находился во святое святых? Kas buvo šventų švenčiausia? Херубы. Ангелы. Ангелы. Аллилуйя. Аллилуйя. Книга была написана внутри и отне, запечатанная семью печатями. Прирашита ведуе ир нугаринея пусея, ужанспаудуата септинейс анспаудаис. И видела ангела сильного, ир помочу стипру ангела, провозглашающего громким голосом, скельбенти гарсю балсу, кто достоин раскрыть книгу, кас ира вертас отверти книга, и снять печать ее, ир отплешти йос анспаудус. И никто не мог. Ир некас. Ни на небе, ни, данguje, ни на земле, ни, žemėje, ни под землей, ни по žemė, раскрыть эту книгу, negalėjo atverti tos knygos, ни посмотреть нее, ни į ją pažiūrėti. И я много плакал о том, aš labai verkiau, kad что никого не нашлось достойного раскрыть, neatsirado nei vieno verto atverti, и читать эту книгу, ir skaityti tą knygą, и даже посмотреть в нее, ни į ją pažiūrėti. И один из старцев сказал мне: не плачь. Ir vienas iš vyresniųjų man sako, не вот лев от колена Иудина, корень Давидов. Štai nugalėjo liūtas iš Judo genties. Победил и может раскрыть эту книгу. Dovido šaknis, kad atvertų knygą. И снять семь печатей ее. Ir atplėštų septynis jos antspaudus. И я взглянул. Ir aš pažiūrėjau. И вот посреди престола четырех животных. Ir štai sosto bei keturių žvėrių viduryje. И vyresniųjų. Стоял агнец. Viduryje stovėjo avinėlis, как бы закланный, kaip buvęs nužudytas, имеющий семь рогов и сечей, turintis septynis ragus ir septynias akis, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю, kurios yra septynios Dievo dvasios išsiųstos į visą žemę. И он, этот агнец, ir jis, tas avinėlis, пришел, atėjo, и взял книгу из десницы сидящего на престоле, ir paėmė knygą iš soste sėdinčiojo dešinės. И он, ir jis, агнец, Авинелис, пришел, отеял, и взял и эту книгу. Книга. Эта книга была за семью печатями. Та книга была эта книга была книга искупления. И будет перкимо книга. Иоанн имел откровение об этой книге. Ионас туре прищкимо опять же. Потому что в этой книге находилось todėl, его имя. Чья книга ослепила ее потерь. Иоанн знал. Ионас женою. Что если он? Кат я его ес. Агнец. Авинелис. Не возьмет эту книгу, книгос, то все тщетно и напрасно. Tuomet viskas yra beprasmiška ir beviltiška. Потому что Христос, nes Kristus, он имел turėjo три стадии, tris stadijas плана искупления. Atpirkimo plane. Он пришел, jis atėjo, должен был отдать себя в жертву, turėjo atiduoti save kaip auką, как жертвенный агнец, kaip pasiaukojantis avinėlis. Он должен был
быть как ходатай. Jis turėjo taip pat būti ir užtarėjų. На протяжении семи периодов церкви. Septynių periodų laikotarpyje. И в это последнее время. Ir šiuo paskutiniu laiku. Его следующая часть. Jo paskutinioji sekanti dalis. Он заявляет права теперь на своих искупленных. Ir tai, kad jis pareiškė teisės į savo išpirktuosius. И книга за семью печатями. Ir knyga po septyniais antspaudais. Это откровение Анса. Tai yra avinėlio apreiškimas. Для того, чтобы заявить права сегодня на вас. Kad pareikšti šiandien teisės į jus. Поэтому, когда первосвященник выходил со святой святых, todėl, kai aukščiausiasis kunigas išeidavo iš šventų švenčiausiosios, до этого, когда он находился там, iki to, kai jis dar buvo joje, люди плакали, žmonės verkė, люди были в ожидании, žmonės laukė, поэтому Иоанн тоже плакал, todėl Jonas taip pat verkė, но когда вышел, bet kai išėjo, аллилуйя, аллилуйя, когда он вышел, kai jis išėjo, когда он взял эту книгу, paėmė tą когда knygą, сорвал эти печати, nuplėšė tuos antspaudus, то все слышали этого Иоанна. Visi girdėjo Joną. Это была совершенно радость. Tai buvo tobulas džiaugsmas. Это были такие крики, там он говорит, tokie šūkiai, что все слышали этого Иоанна. Visi girdėjo Joną. Почему? Kodėl? Третья часть. Trečioji dalis. Заключительного труда. Užbaigiamojo darbo. Третья стадия. Trečioji stadija. Она исполнилась. Išsipildė. Иоанн пережил Jonas свой юбилейный год. Savo jubiliejus metus. Я хотел бы вам зачитать из проповеди. Norėčiau paskaityti iš pamokslo. Промежуток между семью периодами и семью печатями. Bažnyčios periodų ir antspaudų. В пятой главе мы прочитали с вами во втором стихе. Šiame skyriuje antroje eilutėje mes perskaitėme. Что видел я ангела сильного, это ж помочил стипру ангела, провозглашающего громким голосом, скельбенти гарсю балсу, кто достоин взять эту книгу? Кас ира вертас отверти книга? У меня вопрос. Турю клаусима. Кто является этот сильный ангел? Кас ира та стипрус ангелас? Потому что в книге Откровения, не сопришкимо книгоя, мы понимаем, что это книга символов, мяс юксу прантами, як ира символ книга. Ангел это посланник. Ангелас ира пасентиниз. Ангелос, это может быть небесный ангел, как Гавриил, ангелос, Михаил, да? Габриэлис, Миколас. Вот. И также это может быть земной посланник. Так вот, этот сильный ангел, кто-то должен был провозгласить. Кашкас юг турėjo paskelbti. Теперь, да. Аминь, аминь, амен, амен. Аминь. Мы сегодня с вами имели этого сильного Šiandien, посланника. Šiomis dienomis mes turėjome tą stiprų ангелą pasiuntinį. Nors žemo ūgio buvo, но с большим посланием. Bet turėjo didelę žinią. Это должен быть только пророк. Tai galėjo būti tik pranašas. И не простой. Ir ne šiaip koks nors. Разные есть там, знаете, там Биби Джонсы, там Диппи Джонсы, там еще кто-то. Они парни хорошие. Jie puikūs vyrukai. Ничего против. Nieko prieš juos neturiu. Уважаю вот. Gerbiu juos. Пусть они несут свой труд. Tegul jie dirba toliau. Но нам нужен пророк. Bet mums yra reikalingas Потому pranašas. Потому что он, когда придет, todėl, kad jis, kai ateina, он обратит наши сердца jis atgrėžia mūsų širdis atgal. И он откроет тайны. Atskleis paslaptis ir jis turi pristatyti avinėlį. Не Анса, который пойдет уже на Голгофу, не Авинели, который идет из Голгота, а Анса, который должен взять книгу. Авинели, который должен поймать книгу. Агнец, который должен раскрыть эту книгу. Авинели, который должен отдать эту книгу. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот он здесь говорит промежуток. Пранаша сако помоксле тарпснис. Между периодами и печатями. Анспалду. Обратите внимание, Открепките дэмэси, что этот агнец с Откровения 5, это савинелис, савинелис, он не животное, 5, он, нера гивунос. Он взял книгу из десницы сидящего на престоле. Jis paėmė knygą iš dešinės. Кто это был? Rankos to, kuris sėdėjo soste. Владелец. Kas tai buvo? Savininkas. Первоначальный владелец. Tikrasis savininkas. В деснице у которого была книга искупления. Kuris turėjo pirkimo knygą savo dešinėje rankoje. И никакой ангел, ir joks ангелas, никакое ангельское существо, jokia angeliška būtybė, никто другой не мог занять этого места. Kitas negalėjo užimti tos vietos. И этот окровавленный агнец, ir šis kruvinas avinėlis, вышел и взял книгу из его руки. Išėjo ir paėmė knygą iš jo rankos. Что это было такое? Kas tai buvo? Брат, broli, это... Tai это же самая вершина Писания. Labiausiai stulbinantis dalykas rašte. Самое величественное место Писания. Pati didžiausia rašto vieta. То, с чего начинал. Tai nuo ko aš ir pradėjau. Пророк говорит. Pranašas sako. Самое величественное место Писания. Labiausiai stulbinanti rašto vieta. Это когда агнец берет книгу за семью печатями. Avinėlis ima knygą už septynių antspaudų, kuri buvo. Вы представляете, в какое время мы живем? Ar galite įsivaizduoti, kokiu metu mes gyvename?
Это не просто, что он отдал себя в жертву. Ты не ошибка, ты сати давай. Это великое дело. Это великий труд. Ты родидис дарбас. Ходатай. Это великий труд. Это великое дело. Но без этой книги. Потому что когда родственники скупители. Когда мы смотрим Ветхий Завет через книгу Руф. И Сена Тестамента и Рутос книга. Помните Вооз? Присоминките Боза. Он был ближайшим родственником и скупителем Наимини. Мы видим, что Наиминь потеряла свое наследство, прарадо свого павелда. Она ушла в другую землю. И перейо в китус краштус, и она ее семья. И ир ее шейма. И мы видим, что ее два сына и мы смотрим, как ее два сына вне обетованной земли, которые были не пажадо жемее, нумире. Но этих двух сыновей, bet tie du sūnus, оставались две невестки. Jie turėjo likusias dvi žmonas. И Наиминь должна была возвращаться на родину. Ir Noemi pati turėjo sugrįžti į gimtinę. Она говорит своим невесткам. Ir ji pasakė savo sūnų žmonom. Это Руф и Орфа. Ir Орфей. Он говорит, дочери мои. Mano dukro sako. Наверное, возвращайтесь назад. Greičiausiai jūs pačios grįžkite. Свои деноминации. Į savo деноминацijas. Они мавитянки. Jos moabitės. Уж, а я возвращаюсь Уж туда, пати в землю. Грищу своего крашта. Господь посетил нашу землю. Вешпас был апланкес мусу крашта. Тем более я не могу для вас принести никакой пользы. Ir taip aš dėl jūsų jokios naudos jums negaliu suteikti jokios naudos. Žinote, Орфа поцеловала и вернулась назад. Побучаво ir grįžo atgal. Я. Но Руф. Bet Rūta. Говорит, нет. Pasakė, не. Твой Бог, это мой Бог. Tavo Dievas yra mano Dievas. Там меня похоронят. Kur tave palaidos, и написано, ten что они вернулись в начале жатвы ячменя. Šito межу пьютес pradžioje sugrįžo, kai buvo laikmetis межу pjūties. Мы видим, что Руф, ir matome Rūtą, она ходила по полю и vaikščio laukais и собирала и rinko колосся, pėdus, которые оставались после этих ангелов. Ar likučius po tų angelų, žnecov, pjovėjų, kurie pjovė tos mėžius. Помните, да, все prisiminate tas visas aplinkybės, ne? И во время жатвы ячменя, ir mėžių pjūties metu, когда Руф собирала, kai Rūta rinko, когда она подпитывалась, kai maitinosi, вот этими маленькими, знаете, ученицами, tais smulkiais mokymais kažkokiais perkeltine prasme, сошел сам господин Нуженьке пац пьютес вешпас шеймининкас. Имя ему было Вооз. Ир ис буа Бозас. Это был родственник Наиминь. Ис буа Номес Гиминайтис. А Наиминь представляет ветхозаветную церковь. Символизуя Сеное Тестаменто Божниче. Проповедь родственник и скупитель. Гиминайтис отпиркеес. И когда сошел сам господин жатвы, ir kai nužengė pats pjūties šeimininkas, viešpats į tą lauką, обратите внимание, atėjo, кому он обратился. Pastebėkite, į ką jis kreipėsi. Там был, ten buvo главный жнец, vyriausiasis pjovėjas, который внимательно наблюдал за всеми этими пробуждениями. Dėmesingai stebėjo visus prabudimus vykusius ten. И когда господин жатвы поинтересовался, как пьютес вешпас пасидомео, а кто это такая вот, ну, маленькая, что и там такая жемо угё, девушка, мергеля, интересная такая, такая идоми, ходит, собирает колосся, выкштинея ренка то сварпас, это Руф, ты Рута, мавитянка, моабите, вернулась с Наиминью, сугрижа с Номе, и господин жатвы ir пьютес обратил на нее внимание, вешпас открепи я демис, и он чего-то ожидал, ir jis kažko-то и лауке, и он дал задание, ir jis davė užduotį, пусть по-богатому подкидут ей все эти tegul колосся, тегул яй гаусеу пометес ту пусть педу ar по-богатому, тегул гаусеу ей чтобы duosi, она хорошо себя чувствовала, kad ji gerai jaustusi, и он присматривался дальше за ней, ir jis toliau buvo užmetęs į ją akį, и вы знаете в этой истории что интересно, ir žinote, kas yra įdomu šioje istorijoje toliau, что Наиминь, tai, kad Noemi, Ветхий Завет, Сенасис Тестаментас, научает Руф, моки Рута, что нужно сделать, ką reikės padaryti, как правильно нужно сделать, kaip teisingai reikės pasielgti. И она идет туда, наумно, туда, к Воозу. Ten į kloną pas Bozą. И она говорит, что это наш родственник. Ir sako, jog jis yra mūsų giminaitis. Jis yra labai turtingas žmogus. Он может выкупить наше наследство. Jis gali atpirkti mūsų paveldą. И когда Рух пришла к нему, ir kai Rūta atėjo pas jį, легла его ног, atsigulė prie kojų jo, как каждый должен пройти свою голову, kaip ir kiekvienas turi praeiti savoje kalvariją, Vavos, atkreipite dėmesį, Bozas, обратив на это внимание, atkreipęs į tai dėmesį, он увидел, pamatė,
что Руф имеет откровение, kad Ruta turi apreiškimą, того, кто он есть, то, kas jis yra, что он господин поля, kad jis yra lauko viešpats, потому что когда этот господин поля сошел, lauko viešpats, когда она была на поле, pasirodė tada он сказал такие слова, jis pasakė tokius žodžius, Господь с вами, viešpats su jumis. То есть он помазал jis, этих tarin, жнецов, они еще лучше стали трудиться. И сегодня многие помазаны к концу времени, они трудятся, трюся, там отделяют плевелы, но пшеница сегодня, šiandien, но невеста сегодня, yra nuotaka šiandien, Руф, yra, Ruta, она уже не на поле, ji jau nebe lauke. И мы через Писание это увидим. Ir rašto dėka mes tai išvelgsime. И когда он с ней говорил на этом гумне, su ja bendravo tame klone, он начал ей раскрывать тайну. Pradėjo jai atskleisti paslaptį. Первое, что он ей говорит, pirmas dalykas, kuris jai pasakė, ты женщина добродетельная. Tu esi dorovinga moteris. Руф Рута была buvo добродетельная. Dorovinga. Невеста Иисуса Христа Jėzaus Kristaus будет иметь тоже nuotaka, семь добродетелей. Taip pat turės septynias dorybės, то, что мы с вами проходили. Tai, ką jau išnagrinėjome su jumis, только семь добродетелей. Nes tik septynios dorybės, заметьте, только семь добродетелей. Tik septynios dorybės, это те характеристики Иисуса Христа. Ir yra tos характеристики бруožи Kristaus, giminaičio atpirkėjo, которые он может принять, kuriuos jis galės priimti. И он ее покрывает. Ir jis padengia ją, своим покрывалом. Uždengia ją, apkloja savo и он дает ей задание. Ir jis duoda jai užduotį. Он говорит, jis sako, находись būk здесь. Čia, lik čia. Не ходи больше на поле. Daugiau neik į lauką. Не питайся от помазанных в конце времени. Nesimaitink iš pateptųjų pabaigos laike. Не питайся от толкований этих печатей. Nesimaitink aiškinimais tų antspaudų. Ибо я nes aš лично asmeniškai тебе даю tau из своих рук. Duodu iš savo rankų. И он берет эти шесть мер ячменя, tos šešis saikus miežių, эти шесть печатей, шесть печатей, и дает именно Руфе. И Руф переживает. И Рута išgyvena. Заметьте, она переживает. Это лично из рук Боозо. И рankas Боозо. И он говорит, находись здесь, лик чя, доколе я не завершу весь труд. Aš neužbaigsiu viso darbo. А что это был за весь труд? O kas gi tai per visas darbas? Это труд родственника искупителя. Giminaičio atpirkėjo. Он говорит, потому что есть более ближайший родственник. Jis pasakė, nes yra dar artimesnis giminaitis. И он первый. Ir jis pirmas. Кто имеет на вас права. Yra tas, kuris turi teisę jus. И знаете? Ir žinote? Был такой закон, buvo toks įstatymas, что ближайший родственник должен искупить. Artimesnis giminaitis, artimiausias turėdavo pirkti. Ближайший родственник не может искупить, jeigu jis negalėdavo to atlikti, то находился следующий родственник, tuomet sekantis eilėje tai turėdavo padaryti, который снимал сапог, сапог, ai, kuris nuimdavo apavą savo, nusiaudavo, и при старейшина города, miesto seniūnų akivaizdoje, а мы видим, что старейшин 24 старца были свидетели, mes matome, kad ten 23 buvo, он снимал сапог, būdavo nusiemamas, официально заявлял права, apavas, ir simbolizuodavo teises, что я искупаю, kad выкупаю, atperku arba išperku, наимень, nome, и все ее наследство, ir visa jos paveldo, и все, что вместе с ней, ir visa, kas yra su ja. А вместе с наименью пришла Руф, ir Ruta. Он должен был, ir jis turėjo взять, paimti эту Руф, tą Rutą, замуж, ir ižmonas ją, vesti ją. И мы видим эти шесть мер ячменя, это шесть печатей. Mes matome šešis saikus miežių, jie simbolizavo šešis antspaudus. А сам родственник искупитель, pats giminaitis atpirkėjas, Boozas, является той седьмой печатью, tuo septintuoju antspaudu. И Руф находилась в тишине, Рута buvo тилоя, ожидая, laukdama, пока родственник искупитель да завершит этот труд, atpirkėjas užbaigs tą darbą, заявляя права, pareikšdamas teises, и по закону, ir pagal įstatymą, когда читал вот иудаизм, проходил, šiek tiek iš judaizmo, то тот ближайший родственник, tas artimiausias giminaitis, который не мог выкупить, kuris negalėdavo atpirkti, должны были подойти jie turėdavo ateiti и плюнуть ему в лицо. Ai, kiti turėdavo spjauti jam į veidą už tai. Ближайший родственник, artimiausias giminaitis, который у нас был, kurį mes turėjome, кто формировал вашу натуру? Kas juk suformavo jūsų prigimtį? А? Вашу мирскую натуру. Кто вам дал вашу мирскую натуру? Jūsų pasaulietišką prigimtį? Это был дьявол. Velnes.
Поэтому плюньте сегодня в его сторону и скажите: ты не имеешь власти надо мной. Ты не имеешь силы надо мной. Ты не можешь меня искупить. Потому что пришел тот, кто взял книгу за семи печатями, снял все семь печати и послал ее, аллилуйя, сюда на землю. Поэтому я не хочу сегодня быть тем, кем ты меня формировал всю жизнь. Какую ты меня формовал весь жизнь, как будь. Аллилуйя. Аллилуйя. И сегодня мы должны бросить вызов этому сатане, этому дьяволу. Мести ишуки там вельню шатону. А как ты можешь бросить ему вызов? Агнец уже победил. Аллилуйя. Аллилуйя. И это откровение, которое он нам дает, это откровение победы его. И это его пергалė. Я буду дальше читать. Толю норечу скитить еще цитату. Брат, броли, это самая вершина Писания. Это лабяусий стульбинатый залик. Самое величественное место Писания, когда он берет книгу. Има книга. Действие, которое не мог совершить ни ангел, Veiksmas, ни вообще никто. Ангелас никак китас не гали отликти. И Агнец пришел. И Равенелис атеё. И взял ее из десницы сидящего на престоле. И поймя я из дешинес ранкос то, кури сидел Что это значит? Кастей. Теперь она принадлежит Ансу. Dabar ji priklauso Avinėliui. Эта книга принадлежит Ансу. А в этой книге записаны имена, įrašyti vardai, которые что? Kurie ką? Он должен jis juos искупить turi и заявить теперь права. Pareikšti dabar teises juos. Это имена. Tai yra vardai. Эти имена должны быть открыты в этом периоде. Būti atidengti šiame periode. И он говорит, Божьи законы требовали, Dievo įstatymai reikalavo, ведь он владеет ею, jis yra tas, kuris ją laiko. Божий закон требовал родственника искупителя, Dievo įstatymas reikalavo giminaičio atpirkėjo, и Агнец смело вышел, ir Avinėlis drąsiai išėjo. Я и есть их родственник, aš esu giminaitis, это я их искупил, aš esu atpirkėjas, я сейчас, dabar aš, я ходатайствовал за них, atlikau užtarimą už juos, а теперь я пришел, dabar aš atėjau, требовать для них того, что полагается им по праву, jų teisių skirtų jiems. Аминь, аминь, аминь. Amen. Собрание радуется. Susirinkimas džiaugiasi. Я пришел требовать то, atėjau pareikalauti, что им причитается. Teisių. При этом они имеют право на все утраченное jie turi teisę viskam, при грехопадении, kas buvo prarasta po lime. И я уплатил цену. Ir aš sumokėjau kainą. И пророк в этой проповеди ir pranašas šiame говорит, pamoksle toliau sako, о, говорит, я чувствую, что должен это sako, сказать. О, jaučiu, kad пусть turiu tai pasakyti, он! Tegul jis, пройдет и возьмет эту книгу. Ateis ir paims tą knygą. И тогда в зале была тишина. Ir salėje buvo tyla. Он говорит, кто достоин взять эту kas книгу? Yra vertas paimti tą кто knygą? Достоин взять книгу kas и снять с нее печати? Vertas paimti ir nuplėšti и в зале, когда пророк проповедовал salėje, kai pranašas pamokslavo, эту проповедь pamoksla, на переломе, была такая тишина, спрага, что даже tyla, kad мухи, комары, kad не издавали звук. Ir uodai neskleidė jokio garso. Tokia tyla įsivyravo. Nes niekas и тогда сильный посланник, ir tada stiprusis pasiuntinys, духе силы Илии, dvasioje, наш пророк, jėgoje Elio, mūsų говорит, pranašas pasakė, я чувствую, aš jaučiu, должен это сказать, turiu tai pasakyti, пусть он tegul jis возьмет эту книгу, paims tą knygą, и сорвет ее печати, ir nuplėš antspaudus nuo jos, не для себя, не dėl savęs, но для невесты, bet dėl nuotakos. И в тот момент, ir tą akimirką, аллилуйя, аллилуйя, в тот момент, та акимирка, в 63-м году, 63-й метай, в марте месяце, кого месяце, 17 марта, 17 дена, Агнец, ангел, взял Avinėlis книгу, поиме книга, родственник искупитель взял тогда эту книгу, отпиркес, тогда поиме и он ее спустил на землю, ir nuleido ant и дал ее седьмому посланнику, ir perdavė septintam пасюнтинį, и через этого седьмого посланника, ir per tą septintą пасюнтинį, он сошел с возгласом, jis nužengė su šauksmu, и через него, ir per jį, он раскрыл все семь печатей, atskleidė visus septynis antspaudus, аллилуйя, и он говорит, ir jis sako, в этой же проповеди, но помоксле, затем, в последнем периоде, paskutiniame periode, все эти тайны paslaptis, должны быть постигнуты и розданы. Turi būti pasiektos должны ir быть поняты и розданы. Suprastos. Кем? Kas tai turi padaryti? Кто сегодня дает эти тайны для Руфи? Kas šiandien duoda tas paslaptis Rūtai? Pats viešpats. Агнец. Avinėlis. Послушайте внимательно дальше. И печати должен снять Агнец. Ir antspaudus turi nuplėšti Avinėlis. И открыть их церкви. Ir atidengti juos bažnyčiai. И тогда времени уже не будет. Ir tada laiko daugiau nebelieka. Понимаете? Suprantate? Как чудесно. Kaip šlovinga. Значит, это книга искупления. Tai reiškia, kad tai yra atpirkimo knyga. Эта книга является книгой искупления. Ši knyga yra atpirkimo knyga. Итак, смотрите. Ir pažvelkite. Повторюсь.
Эти тайны должны быть постигнуты и розданы. Они, да, должны открыться и быть розданы. Вопрос. Кому Агнец сегодня дает эту книгу? Вы знаете, что книги там уже нет. Люди будут проповедовать: о, Агнец должен книгу пойти взять. Книги там нет. Если мы будем смотреть с вами Откровение 10 глава, пророк сказал, что в 5 главе он книгу берет, а в 10 он уже сходит с этой книгой. И теперь, когда эта книга открывается, когда она открывается, во время звучания семи громов из Откровения 10, потому что семь громов связаны с пришествием Господа. Семь громов связаны с тайной искупления. Кого? Невесты. Теперь этот ангел с Откровения 10, когда он сошел, заметьте, он сошел. Давайте мы прочитаем, это интересно. Ох, я люблю это. Друзья, знаете, это тебя, как бродесты, да? Это возбуждение от откровения. Потому что это то, что сегодня действует. Это я есть. Он сегодня здесь. Его присутствие здесь. Он раздает нам тайны. Аллилуйя. И пророк сказал, Откровение 10:1-7, это относится к моему служению. Служению брата Бранхама. Откровение 10:1-7. Мы видим, что сходит сильный ангел с раскрытой книгой. И во время звучания семи громов эта книга открывается. Через кого? Через Откровение 10:7. И в дни голоса этого седьмого ангела, когда он начинает возглашать свое послание, тайна должна быть завершена. Когда тайна завершается, когда его миссия выполнена, миссия, а какую миссию должен был выполнить пророк Духе Илии? Первый пророк Духе Илии. Я имею в виду Иоанн Креститель. Он должен был представить Анса. И должен был уйти со сцены. Ансу должно было что? О, Авенелис турėjo ką? Расти. Аукти. И Агнец это ir был Авенелис хлеб с неба, послание. Отнеся жене из дангус. Разве Иисус не сказал, что есть хлеб? А Иисус не пасаке, аж эсу дуана нуженгус из дангус. И кто-то его представил. Кашкас турėjo jį pristatyti. Аллилуйя. Аллилуйя. И когда ученики питались этим хлебом, они и стали этим хлебом. Он в них возрастал потом. Что произошло в нашем периоде? Откровение 10:7 завершил все тайны целиком, раскрыл Сына Человеческого и должен был уйти. Пророк свою миссию выполнил. Он представил Анса семью очами, семью рогами, так или нет, с раскрытой книгой. Он его представил. Он его выразил даже на земле. Он показал, какова будет его невеста. И теперь мы находимся в этом великом переходе. Потому что это самое величественное место Писания, как мы зачитали с вами, что Агнец взял книгу. Заметьте. Теперь эта книга, она не просто в его руках. Это откровение переводит нас в Откровение 10:8-11. 8 стих. И голос, который слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: пойди, возьми раскрытую книгу из руки ангела, стоящего на море и на земле. Почему?
Был призыв уже. Jau buvo kvietimas. Кто достоин взять? Kas vertas paimti? Никто не был достоин. Niekas nebuvo vertas. Но здесь, после того, как Агнец взял эту книгу, bet čia po to, kai Vienėlis paimė tą knygą, теперь идет к нам. Dabar eina, ateina pas mus. Прямое повеление. Tiesioginis nurodymas dabar tu, Jonai. Ты, Иоанн. А Иоанн представляет невесту. O Jonas simbolizavo nuotaką. Иоанн представляет невесту. Иоанн символизует нас. Иоанн представляет нас. Он символизует нас. Теперь ты Dabar идешь tu, eini, и должен взять эту книгу. Поймите та пача книга. Аллилуйя. Аллилуйя. И я пошел к ангелу и сказал ему, тарил, дай мне книжку. Дуок ман та книгеля, тай бент. Он сказал мне, возьми имк, и съешь ее. И я сувальгик. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. Того бурное и взял книжку из руки ангела и съел ее. И аж поймел книгеля из ангела рангос, и я сувальгил. 11 стих. Венуаликтый лутя. И сказал мне, и смонтаре, тебе надлежит опять пророчество о народах и племенах и языках и царях многих. Даугелю тауту и таутибю и калбу и королю кивиздуя. Посмотрите теперь Пожвельките дабар, внимательно в Писание. Демесингий рашта. Кто теперь может Кас дабар гали, и подойти не прийти, взять эту книгу? И, к, кто может или не может? Кто может подойти к, сейчас Кас взять дабар эту гали, книгу? Ateiti ir paimti tą knygelę? Кто может? Кас гали, тот, tas, у кого kuris, точно такая же натура, как у Анса. Tokia pačia prigimti, kaip Avinėlis. Она не сказана. Не посакита. Здесь еще кому-то. Чекает опять дар кашка. Эй, деноминации. Эй, деноминации. Братья, Броли, Папа Римский, теперь подходи. Агнец снял книгу. Прийките, прийките, Винелис книга дуода. Вы не могли дотронуться к ней, вы не могли посмотреть. Не галетумете нет пожюреть и полезть ее. Все, дело сделано. Дарбас он взял книгу, он взял книгу, печать, теперь подходите, подходите, берите прийките, ее. Имките, не? Нет. Написано Иоанн. Порашита Ионой. А Иоанн представляет невесту. Иона символизует нотака. Вот почему это будут люди tai, kodėl tai bus žmonės, особого класса. Ипатингос рушиес классес. Смиренного класса. Нусижеминусес классес. Вот почему прежде, чем ты можешь взять prieš tau galint paimti откровение от Анса, apreiškimą iš Avinėlio, ты должен стать Ансом. Turi pats tapti Avinėliu. Все это понимают. Ar visi suprantate? Только Агнец Tik Avinėlis может взять у Анса gali книгу. Paimti iš Avinėlio knygą. Аллилуйя. Аллилуйя. С другой натурой. Su kita prigimtimi. А он просто тебе не то, что не даст. Не tai, kad jis tau neduos tos knygelės. Тебе даже не получится ее прочитать. Tau net neišeitų jos perskaityti gavus. Вот почему миллионы, миллиарды людей миллиарды, миллионы жмонių слушали, читали эту проповедь. Klausėsi to pamokslo, skaitė jį. Но им это не дано. Bet jiems tai nesuteikta. Аллилуйя. Jie negali priimti. И подумай только. Tik pagalvokite. Как когда-то мой тренер говорил. Когда если мой тренер вот такому болвану он открывает. Что каким болвану из гали эти деньги. Мой тренер по боксу. Мой боксу тренер. Вот это да. Сако, вот так любил. Бент, вот этому болвану вот он открывает. Болвану. За что, Господи? Перкельдене просме тарент из гали эти деньги. Уж кавиш поте. Насколько это прекрасно. Kaip tai yra nuostabu. Ты женщина добродетельная. Tu moteris esi dorovinga. Вот почему не зря Štai говорил тогда о том вдохновении. Tu aš kalbėjau apie tą įkvėpimą. Мужа совершенно. Žmogaus об этих семи добродетелях. Apie septynias dorybes. И особенно о последней. Ypatingai apie paskutinėje. Это то, что имела Руф. Tai yra tai, ką turėjo Rūta. Это был такой характер. Būtent tokį charakterį ji turėjo. И будет такой же характер этой женщины. Ir ši moteris turės tokį patį charakterį. Этой невесты. Ši nuotaka. Она будет иметь себе все семь. Ji savyje turės visas septynias dorybes. Рожденных им. Рожденных от него. Ai, bus atgimusi iš jo, tos dorybės ateis jai. Друзья, мы благодарны за эту книгу. Draugai, esame dėkingi už tą knygą. Už tą knygelę. Теперь мы понимаем, почему это самое величественное место Писания. Ar dabar galime suprasti, kodėl tai yra labiausiai stulbinanti rašto vieta? Потому что теперь Nes dabar это идет tai vyksta уже призыв к нам. Dabar vyksta kvietimas mums. Ты пойди Dabar tu и возьми. Imk, eik и paimk, съешь ее. Ir suvalgyk ją. Запомните. Atminkite. Эта книга. Ta knygelė. Она будет очень сладка. Ji bus labai saldi. Но будет очень горька в чреве. Tačiau pilve bus karti. Почему она будет горька? O kodėl karti? Ты будешь проходить такую критику. Nes tu turėsi patirti kritiką. Ты будешь проходить такие испытания. Tokius išbandymus. Потому что жизнь Анса. Nes Avinėlio gyvybė.
она нелегкая. Gyvenimas nėra lengvas. Жизнь Анса. Avinėlio gyvenimas. Это жертвенная жизнь. Yra pasiaukojantis gyvenimas. Но, bet у Анса. Avinėlis. Есть потенциал. Turi potencialą. Стать львом. Tapti liūtu. Ведь когда он приходит, Нес, pasirodo, он приходит как лев pasirodo, из колена Иудина. Avinėlis iš Judo giminės. Он приходит как царь. Pas, ateina kaip karalius. Это какой-то несерьезный царь, если нет царицы. Atrodytų kaip kažkoks nerimtas karalius, jeigu neturėtų karalienės, suprantate? Поэтому у него Todėl будет jis царица. Turės karalienę. И святые будут судить мир. Ir šventieji teis pasaulį. Побеждающему дам сесть на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом на престоле его. Nugalėjau ir atsisėdau su tėvu soste jo. И мы восядем на престоле вместе с ним. Сесиме и соста карту су юо. Это самое, yra, что не есть наилучшее обетование. Geriausias pažadas apskritai esantis. Сесть на престоле его. Soste su вместе juo, с ним. Карту су юо. Как царь и царица. Kaip karalius ir karalienė. Atpirktieji. Вот почему это заявляет на вас права. Štai kodėl jis reiškia teisės į jus. Это возвращает нас tai sugrąžina mus atgal į pradžią. То, что потерял когда-то tai, Адам. Ką kadaise prarado, и tai, ką kadaise Он потерял наследство. Jis prarado paveldą. Он потерял вечную жизнь. Amžiną gyvenimą. Но это нам сегодня все tai возвращает. Šiandien mums viską sugrąžina. Восстанавливает. Atstato. Это дает нам tai власть. Suteikia mums jėgą, valdžią. Поэтому не слушайте дьявола. Todėl neklausykite velnio. Он блефует. Jis blefuoja, meluoja. Ты скажешь, я столько tu gali pasakyti, всего сделал. Aš tiek visko pridirbęs esu. Нагрешил. Aš tiek nuodėmių padaręs. У меня такого было падение. Tokį puolimą buvo, taip stipriai puoliau kadaise. Ты уже это осознаешь. Tu dabar gali tai suvokti. И нечто в тебе происходит. Ir kažkas tavyje vyksta. И ты входишь в этот свет. И ты вайкшты тое шviesoje. И ты исповедуешь. Ты исповести тай. И кровь его. И её кровью. Очищает. Её кровью от всякого греха. Обвало тебя на бед кокос нудемес. И ты не хочешь выходить больше с этого света. Ir tu nebenori daugiau išeiti iš tos šviesos. Потому что в этом свете. Nes šioje šviesoje. Мы видим свет. Regime šviesą. Седьмой печати. Septintojo antspaudo. Мало кто об этом проповедует. Мажай kas apie tai pamokslauja. Bet седьмая печать. Bet septintasis antspaudas. Это печать. Tai antspaudas. Данная для невесты. Duotas nuotakai skirtas. Потому что она Todėl, kad находится именно под ней. Yra būtent po šiuo antspaudu. И откровение 10. Yra apreiškimo 10. Это есть седьмая печать. Yra septintasis antspaudas. Потому что откровение 10. Apreiškimo 10. Это сошествие. Tai yra nusileidimas, именно этого сильного ангела завета. Galingojo sandoros angelo. Христос. Kristaus. Который проговорил этими семью громами. Kuris prabilo tai septyniais griaustiniais. И эти семь громов. Ir tie septyni griaustiniai. Эти семь тайн. Septynios paslaptys. Которые раскрываются в это последнее время. Kurios atsidengia šiuo paskutiniuoju laiku. Они и собирают. Būtent ir surenka. Эту невесту. Šią nuotaką. Они показывают ей, как приготовиться. Parodo jai, kaip reikia pasiruošti. Вот почему говорили, все начинается с порядка. Mes ir kalbėjome, kad viskas prasideda nuo tvarkos. Этот великий порядок этого восхищения. Didžioji tvarka šio paėmimo. Так сказал пророк про восхищение. Pasakė pranašas pamoksle paėmimas. 65 год. 65 metai. Это великий порядок этого восхищения. Didžioji paėmimo tvarka. И он говорит, что сам Господь сошел с возгласом. Viešpats nužengė su šauksmu. Помните, да? Prisimenate, ar ne? Гласом Архангела Архангелу и трубой Божьей. Balsu Dievo trimito skambėjimo metu. И мы оставшиеся в живых. O mes išlikusieji gyvieji. Не опередим умерших. Nepralenksime mirusiųjų. Наши тела должны быть изменены во мгновение ока. Кūnai turės akimirksniu būti pakeisti. Мы должны встретить тех, которые ушли на протяжении тех семи эпох. Tuos, kurie išėjo septynių epochų laikotarpiu. Они начнут являться нам. Jie pradės pasirodyti mums. И это прибавит там особенный заряд. Ir tai suteikia mums ypatingą užkrovą. Последней трубе. Nes paskutinio trimito metu. Это седьмая труба. O tai yra septintasis trimitas. Наши тела должны быть изменены во мгновение ока. Turės akimirksniu būti perkeisti. Понимаете, Suprantate, в каких местах Писания мы сегодня находимся? Kokiose rašto vietose mes šiandien esame? Фессалоникийцам 1:16. Galite neatsiversti, bet вот. O сам Господь сошел с возгласом. Pats viešpats nužengė su šauksmu. Когда он сходит с возгласом, kai jis nužengė su šauksmu, тайны завершаются. Paslaptys yra užbaigiamos. Седьмой стих Откровения 10:7. Septintai lūtis apreiškimo 10. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, bet septintojo angelo balso dienomis, провозгласит, kai jis pradės trimituoti, когда он вострубит, kai jis pradės совершится тайна Божья, bus užbaigta, как он благовествовал рабам своим пророкам, kaip jis yra paskelbęs savo tarnams pranašams, kai jis и посмотри,
сутримитос. И посмотрите, paskelbs. Откровение 10.7. Пожалуйста, прищимо 10.7. Отождествлено с откровением 10.1. Yra susiję su apriškimo 10.1. Потому что откровение 10.1 это Nes Христос. 10.1 это Христос. Это Воос. Бозос. Откровение 10.7. 10.7. Это слуга. Ты тарнас. И он открывает ему тайны. Ir jis atidengia jam paslaptį. И через своего слугу пророка. Ir per savo tarną pranašą. Он возвещает тайны. Jis paskelbia paslaptį. Эти тайны завершаются. Tos paslaptys pasibaigia, užbaigiamas. Потому что когда приходит господин жатвы. Nes kai ateina pjūties viešpats. А когда рух была в полной тайне искупления уже. Когда рута ėjo į visišką atpirkimo paslaptį. Написано уже в конце жатвы. Jau pjūties, межу pjūties pabaigoje. Пришла она в начале. Atėjo pradžioje. А когда началось начало жатвы ячменя? Когда просидел межу пьютис? 1947 год. 1947 Ангелы обсеряешь к брату Бранхаму. И он говорит. И рис посаки. Теперь ты. Добр ту. Пойдешь. Отейс, нойси. И найдешь. Ир сураси. Невесту для меня. Ну а така ман. 7 мая. 7 гегужа. Сразу после войны. Iš karto po karo. После второго горя. По антро мушо. Потому что прошло два горя. А айварго по антро не спали два горя. Первая война. Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Умерло ее два сына. Первый, второй сын. Numirė du sūnai. Pirmas, du sūnai. Pirmas ir antras. Первая, вторая мировая война. Tai pirmasis ir antrasis pasauliniai karai. Сразу после нее. Iš karto po to. Евреи возвращаются на родину. Жидai sugrįžo į savo gimtinę. И впервые был флаг. Pirmą kartą. Davido. Довидо вėliava pradėjo plevėsuoti virš Izraelio po 2000 metų daugiau kaip praėjo. Это был флаг Давида. Tai buvo Dovido žvaigždė. Евреи возвращаются на родину. Grįžinėjo į gimtinę. Наимень ветхозаветная церковь возвращается на родину. Но bažnyčia grįžo į gimtinę. В этот же день. Tą pačią dieną. В этот же день. Tik pagalvokite, tą dieną. Ему приходит ангел. Pas jį ateina angelas. Для того, чтобы там, kad rūta, это было начало жатвы ячменя. Ir tai buvo межу пьютес pradžia. Это было только начало. Tai buvo tik pradžia. Это было пробуждение всех деноминаций тогда. Деноминацийose tuo metu visur vyko пробудимый. Ладикийский период начал уже. Ладикийский период pradėjo, kaip čia pasakius, turtėti. Становиться подслеповатым. Ir apakti pradėjo. Но мы Bet mes сегодня находимся в конце жатвы ячменя. Потому что когда только они вернулись, nes vos tik jie sugrįžo, не сразу были сняты печати. Не iš karto buvo nuplėšti antspaudai. Бог дал время. Dievas suteikė laiko, davė laiko. Когда были сняты печати, kai buvo nuplėšti antspaudai, 63 году, 63 metais, 64 он проповедует время жатвы. 64 metais jis pamokslavo pamokslą pjūties metas. И сейчас O dabar, именно в конце жатвы ячменя, межу пьютес побоигоя, ты, ту, невеста, нуотака, и он, ir jis, становитесь одно, тампате вена, посредством, пер, тех тайн, tas paslaptis, которые он принес сюда на землю, čia siuntė į žemę, для тебя лично, tau asmeniškai. Поэтому тело Иисуса Христа Todėl Jėzus Kristaus kūnas никогда не будет питаться niekada nesimaitins какой-либо другой пищей, kokiu nors kitu maistu, кроме той, tik tuo, что дал тебе Воос, kurį tau pats Bozas твой родственник искупитель, tas giminaitis atpirkėjas tavo. Посмотрите, pažvelkite, Руф не бежала за дополнительной пищей обратно на поле, не бегаю papildomo maisto prašyti į lauką. Делать ей нечего после такой не пищи. Ką įveikti, kai tie gavo maisto. Поверьте, я знаю, что когда человек соприкоснется с этой седьмой печатью, su он в полном покое. Jis įgyja visišką ramybę. Тишина пришла в его Ateina сердце. Ramybė, tyla į jo širdį. Весьма хорошо. Labai geras Потому būvis, что почил сердце твоем. Tavo širdis nurimsta, ramybė įgyja. Да благослови всех нас Господь. Не хотелось бы затягивать. Не наречу уж тесты перелгай. Это, знаете, Žinote, тема, которая нет, наверное, начала и конца. Это такая тема, которая нет ни прочёс, ни побыгос. Это то, что ведет нас в восхищение. Это то, что иведа мусы поемимо. Я маленький, наречу, хочу еще кусочек дар, коснуться. Трумпа моментели полезти. Поговорить наречу, немножко об Ансе. Шектек покальбете дар апе Винели. Потому что мы говорили с Кристионосом, с Саулюсом. Су Кристиону, с Саулюми шектек бендравами. Саулюс даже переводил. Саулис netgi vertė šiek tiek. Неплохо получалось. Visai neblogai gavosi jam. Да, брата Гинтаса.
su broliu Gintu. Вечерком помолились. Вакаре пасимельдаме. Я тогда кое-что сидел в телефоне. Аш сидел со телефону. Ir pasižymėjau rašto vietas. Я говорю, братья, извините. Ir sakiau, broli, atleiskite. Когда мне приходит какое-то вдохновение. Kai įgyju kokį nors įkvėpimą. Я уже никого не слышу. Jau nieko nebegaliu aplink girdėti. Аш пасинерю į tai. И они меня тогда вынудили. Ir jie pirmiktinai manęs paprašė. Ну, поделись. Sako, pasidalink, pasidalink. Поделись. Я думаю, Господи, да? Помню, Вешпатия, ну как так не поделиться с братьями? Ну кипги дабар не посидалинься с броляйс. Хотя так спать хотел. Нарстып и умеготи норейоси. Но когда говорится о слове, bet kai yra kalbama apie žodį, это жертва. Ты yra auka, pasiaukojimas. Ты будешь жертвовать всем. Ты aukosi viską. Потому что это слово. Nes tai yra žodis. Это вечность. Jis yra amžinas, amžinybė tai. Это то, что поможет другим. Tai yra tai, kas padės kitiems. И мы говорили об этом анце. Ir mes šiek tiek bendravome apie avinėlį. Знаете, ir žinote, агнец, avinėlis, это tai особа натура. Jis turi ypatingą prigimtį. Особое животное. Tai ypatingas gyvūnas. Точно, как и голубь. Lygiai taip pat kaip ir balandis. Особая птица. Ypatingas paukštis yra. С особенным устройством. Turi ypatingą santvarką arba... Голубь, он не имеет желчи. Balandis neturi tulžies, atrodo. Желчи. Tulžies. Он не будет тебе питаться навозом. Jis iš mėšlo krūvos negalės misti ar maitintis. Он не будет дохлятину или тухлятину arba тебе лавонienos kažkokios принимать. Tai sugedusio maisto ворона. Negalės ėsti kaip varna. Ворона всепоедатель, все будет. Varna viskas sulesa suvalgo. Голубь – это птица особенная. O balandis yra ypatingas paukštis. Махни так слегка рукой. Šiek tiek mostel sparnais. Он отлетит. Ir nuskris tolyn. Точно так же, как агнец. Lygiai taip pat kaip ir avinėlis. Вы можете анса накормить каким-то навозом? Ar galite kokiu nors iš mėšlo krūvos pamaitinti avinėlį? Или тем, что свиньи едят? Ar tuo, ką ėda kiaulės? Нет. Не. Нет. Не. У него тоже нет желчи. Jis taip pat neturi tulžies. У него особая натура. Jis turi ypatingą prigimtį. Он очень похож с голубем. Jis yra labai panašus į balandį. Агнец. Avinėlis. И голубь. Ir balandis. Это две одинаковые натуры. Jie turi vienodas prigimtis. Которые Бог уподобил, kurias Dievas prilygino, здесь Библия. Čia Biblijoje. Поэтому Иоанн, todėl Jonas, креститель, крикštytojas, не просто сказал, вот агнец Божий, не šiaip pasakė, štai Dievo vinėlis. И я вижу голубя, aš matau balandį, nusileidžiantį. И агнец это настолько смиренная натура, avinėlis turi tokį nusižeminusią prigimtį, даже как и голубь Святой Дух, настолько смиренный, lygiai taip pat, kaip ir balandis šventoji dvasia yra tokia nusižeminusi, что он сошел на анса, и он повел его дальше. Ant avinėlio ir nuskrido toliau po to. Повел его куда? А ей нуведет алю. Жертву. Можете повторить, извините? Он повел его на Голгофскую жертву. Ir jis nuvedė jį toliau į Golgotos kaip auką. Только агнец может стать жертвой. Tik avinėlis gali tapti auka. И только агнец может питаться правильной пищей. Ir tik avinėlis gali misti teisingu maistu. Он проповеди знак. Помоксля жанклас. Он говорит, что мы pranašas. Пытались посадить голубя на волчью натуру. Sakė, mes bandėme avinėlį patupdyti ant vilko, ant ožio. Это не сработает. Ant jų prigimčių, bet tai nesuveiks, jis nenutups ant jų. Посмотрите на Исака. Pažvelkite į Izaoką. Исаак был смиренна натура или нет? Izaokas turėjo nusižeminusią prigimtį ar ne? Почему Бог сказал именно Исака возьми? Kodėl Dievas pasakė, būtent Izaoką paimki? Потому что Исаак символизировал Христа анса. Izaokas символизировал Кристу авинелį. Почему не сказал возьми Измаила? Kodėl nepasakė, eik ir paimk Izmaelį? Pirmagimį. Так кто был первенец? O kas buvo pirmagimis? Izaokas ar Izmaelis? Izmaelis. Izmail. А Бог говорит, возьми первенца моего, Исаака. O Dievas pasakė, eik paimk mano pirmagimį Izaoką. Конечно. Žinoma. Izmail родился первый. Izmaelis gimė pirmas, bet nuo vergės. Исаак родился Izaokas gimė через обетование, per pažadą, через свободную nuo, Сару. Iš laisvosios Saros gimė. Измаил Izmaelis был назван осел. Buvo pavadintas asilu. Не просто осел. Не šiaip asilu. Дикий. Bet laukiniu asilu. Дикий. Vardo reikšmė. Дикий осел. Laukinis asilas. И Бог не может использовать o Dievas negali naudoti натуру осла. Asilo prigimties jis negali panaudoti. Он не может использовать натуру козла. Nei ožio prigimties negali верблюда, panaudoti. Kupranugario. Mulo. Или еще кого-либо. Ar dar kokio nors kito gyvulio. И он не даст тебе книгу. Ir jis neduos tau tokiam knygos. И сколько бы козел, осел не просили, дай книгу. Ožkų ar ožių prašytų tos knygos. Они не получат откровения этой книги. Negaus jie to knygos apreiškimo. Это дается tai ансам. Yra duodama, suteikime, tik avinėliui. Само пожертвование. Tas pasiaukojimas, kurį kai turi. Почему Бог сегодня дает нам эту книгу? Kodėl Dievas šiandien gali įteikti mums tą knygą?
Как вы думаете? Kaip galvojate? Потому что он Todėl, kad jis желает nori выразить išreikšti все свои характеристики visas savo в нас. Mumise. Все свои характеристики savo в нас. Mumise. Потому что только Todėl, человек искупленный, atpirktas žmogus, а это облик мужа совершенного, tai yra tobulo žmogaus ūgis, который и должен оказаться в том вечном церковном периоде после печати, į kurį yra patenkama, можете повторить, извините, облик мужа совершенного, tobulo žmogaus ūgis, это натура Божья, символизуя Дево пригимте, который окажется в том вечном церковном периоде, patekс, это амжиной божничьего периода, в конце печати, анспауду побаигоя. Это вы найдете проповедь «Облик мужа tai совершенного». Ты можете найти помощь для того, чтобы был Так сказал ugis, пророк. Так это есть tai его собственная натура. Yra jo paties prigimtis. Теперь посмотрите. Ir зачем Бог kodėl Dievas нам все это дает и открывает? Visa mums tai duoda ir apreiškia. В этом же есть какая-то цель. Juk tame yra kažkoks tikslas. Бог Dievas желает trokšta проявить išreikšti в нас mumise не только его натуру, не šiaip vien tik jo prigimtį, потому что, проявляя его натуру, mes išreikšdami jo prigimtį, ты кандидат на восхищение, mes tampame kandidatais į paėmimą. Но перед этим Bet prieš tai ты проявишь третий рывок. Turėsime išreikšti trečiąjį patraukimą. О! Tai bent. А что такое третий рывок? Ką reiškia trečiasis patraukimas? Он говорит, третий рывок. Jis sako, trečiasis patraukimas. Потому что был первый рывок. Nes buvo pirmasis patraukimas. Второй рывок. Pranašo, antrasis taip pat. Был первый рывок Иисуса Христа. Taip pat Jėzus Kristus turėjo pirmąjį patraukimą ir antrąjį patraukimą. Первый рывок Иисуса Христа какой был? Pirmasis patraukimas Jėzaus koks buvo? Он начал привлекать людей. Jis pradėjo pritraukti žmonių dėmesį. Это были кампании исцеления. Ten vyko išgydymo kampanijos. Помните, да? Prisiminate, ar ne? За ним шло множество народов. Paskui jį sekė didelė tautos dalis. Все шли, имели свой интерес. Bet visi ėjo sekdami, turėdami savo хлеб, там, kažkokį tai interesą. Накорми, исцели. Kad juos pamaitintų, išgydytų ir panašiai. Но они хотели оставаться прежними. Bet jie norėdavo likti tokiais, kokiais Поэтому buvo. Иисус повернулся, сказал. Todėl Jėzus pasisuko ir pasakė. Кто не отвергнет себя, kas neatmes savęs, и не возьмет крест свой, ir nepaims savo kryžiaus, не может следовать за мной, negalės sekti paskui mane, потому что многие за ним следовали, nes daugelis jį sekė. И он остановился, так Bet и сказал. Atsisuko, sustojo ir pasakė. Сегодня многие хотят идти за Христом, daugelis šiandien nori быть eiti paskui Kristų, patekti į paėmimą, но без креста. Bet be Kristaus nori tai padaryti. Ai, be kryžiaus. Это смерть для o твоего я. Kryžius simbolizuoja tavojo aš mirti. И только агнец, натура анса, может умереть. Avinėlis, avinėlio prigimtis leidžia numirti tau. Второе его служение было, Antrasis jo tarnavimas когда он распознавал тайны сердец. Buvo tuomet, kai jis galėdavo atpažinti širdžių paslaptis atskirti. Симон, я кое-что хочу тебе сказать. Симона, я хочу тебе что-то посакити. Когда эта блудница омыла ноги. Kai ta paleistuvė nuplovė kojas. В ней была натура анса. Joje buvo avinėlio prigimtis. Она распознала. Ji atpažino, kas jis toks buvo. Она пришла. Ji atėjo. К тому. Pas tą. Кто мог kas galėjo, ее искупить. Ją atpirkti. Ком была сила избавить ее. Jėga ją išlaisvinti. И законник, o įstatymininkas, о, если бы он был пророк, jeigu tik jis знал, что это за женщина, pranašas, tai žinotų, kas tai per moteris. Он судил, jis teisė, но Дух Божий, bet Dievo dvasia, он по-другому сегодня поступает. Visiškai kitaip šiandien elgiasi. Если у вас Дух Божий, jeigu jūs turite Dievo dvasia, ты не будешь судить avinėlį, брата своего, tu neteisi savo brolio, ты будешь прощать, tu atleisi. И вторая часть служения Antroji tarnavimo dalis, antro patraukimo, нашего пророка mūsų pranašo, было также развлечение тайн сердечных. Širdies paslapčių atpažinimas, atskirimas. Вначале были большие кампании исцеления. Iš pradžių vyko didelės išgydymo kampanijos. Пророк посещал Южную Африку. Pranašas lankėsi Pietų Afrikoje, Indijoje, разные другие места. Ir skirtingose kitose vietose. Люди многие получали исцеление. Daugelis gaudavo išgydymą. От него же получили благословение. Iš jo gaudavo palaiminimus. Билли Грэм. Taip pat gavo palaiminimus ir Billis Graham. Robert. Орлас Робертсас, Алан, Аланас, Томми Осборн, Томмис Осборнас, Томми Осборн и Орл Робертс вообще родились от его служения. Томмис Осборнас и антрасис Орлас Робертсас из вис еще тарнаймо гиме. Он буквально их помазал. Есть те сёги и ос патепе пац. Господь с вами. Веш пацу имис. Идите на поле. Эйките и лаука. И делайте свой труд. Ир дарикете саво дарба. Знали об этом? Ар жинойте апе тай? Но обратите внимание. Бет открипките демеси.
У нашего пророка, мусу пранашас, так как у Иисуса Христа, лиги тепат, как было служение Христос, третьего рывка. Третий потрукима. Зачем Иисус привлекал эти исцелительные компании? Кодел Иисус притрауке тас изгидимо компании, организаво? Кодел отскирдово тас отпажиндово сердец для паслаптис? Для того, чтобы войти в главное. Кад галету прийти при свербяусе толю. Он должен был открыть им тайны. Jis turėjo jiems atskleisti paslaptis. Когда начал говорить, кто не будет есть с плоти Сына Человеческого, пить его крови, kai jis pradėjo kalbėti, kad niekas neturės gyvenimo, kas nevalgys kūno ir kraujo negers не может иметь жизнь вечную, neturės amžinojo gyvenimo. И тогда начали сразу расходиться. По то посокю все пройдя скирститис. Церковь у него было 82 человека. Божничего было 82 жмоня спаси. 70 отошли. 70 ещё. 12 осталось. 12 посилико. Служение нашего пророка. Мусу пранашо тарнаеме. Когда он начал проповедовать. Кис пройдя помог славити. 7 печатей. Апе 70 анспудус. Он уже до этого пророчествовал. И кито из пранашав ртип. Он сказал, от меня отвернутся десятки тысяч людей. Кис посаке, но маняс насигряешь 10 тысяч. Дима Шакарян его оставляет. Дима Шакарянос и палико. Многие братья его оставляют. Долг бролю и палико. Многие братья. Долгели с бролю. Потому что они говорят, о. Нес я посаке, о. Он будет печать открывать. Есть, что ты ему санс подустоит. А пророк, бет, пранашас, маленький слуга. Маленький? Маленький слуга. Жемаугис Тарнас. Он все это видел. И свиса ты стебею мать. И он их даже мысли прочитал. И он нетги юментис габею поэтому сказал, тодел галею посакити, что от меня откажется десятки но тысяч. Но манас насыгряешь 10 тысяч. Но это не я. Бет посаке, ты не аж пац. Это он. Ты ес. Который должен сойти, kuris turės nužengti, взять книгу, paimti knygą, и снять ее, ir nuplėšti не для меня, не аж, а для невесты. Не для меня, но для нотокос, это будет подарить, если ты знаешь. И третий рывок, ir trečiasis patraukimas, начался с открытия тайн, prasidėjo nuo paslapčių atidengimo, открытия слова, žodžio atidengimo, открытия тайн, paslapčių atidengimo, которые были, kurios buvo, в разуме Божьем, прежде создания мира, prieš pasaulio sutvėrimą. Вы понимаете, что мы сегодня, во что мы с вами вошли? Mes šiandien įžengėme. Мы сегодня šiandien mes ходим įeiname в разум Божий. И Дево прота. Разум Божий сегодня в вас. Šiandien yra jumise. Ум Христов сегодня в вас. Прота šiandien yra jumise. Это открыто слово на этот день, на этот час. Žodis šiai dienai, šiai valandai. И когда церковь входит в открытие тайны, įeina į apreikštas paslaptis, она входит в третий рывок. Įeina į trečiąjį patraukimą. А третий рывок. О, trečiasis patraukimas. Если ты скажешь этой горе. Tu pasakysi šiam kalnui. А третий рывок. Проси, чего желаешь. Проси, ко нори. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот почему. Что и кодел. Была такая сестра Хеттирайт. Была такая сестра Хеттирайт. В служении в церкви брата Бранхама. Броля Бранхама сусиринкиме. Это была самая бедная вдова. Пати варгингяуся нашле. Самая бедная. Пати варгингяуся. Но самая богатая в Боге. Тачу туртингяуся деве. Она настолько внимала голосу посланника, ты приеме пасынтинё балса, что когда пророк пришел с диаконами, кад, со служителями к ней домой, с диаконами и тарнаутами спасяй на мус, и когда он давал свидетельство ir, об этих белках, как он был на охоте, buvo, как он был в такой местности, где вообще белок нет, побываю такие ветови, кури швисово верю не буна, обскритый. И как голос сказал из реки белку. И как балсас ям пробил и сако иштарк жоджу, даже не включая разум, вере, как это будет. Нетги не мастидамас, как это исипилдис. И пророк говорит, белка здесь. И пранашас пасаке, тебуне воверечи. Белка там. Тен, белка там. Тен. И белки начали. И тос воверес из ничего произошли. Из нико, появились. И когда он давал это свидетельство, kai jis liudijo tiesiog apie tai, в этой семье сестры Хеттирайт, šeimoje Хеттирайт сесес, Хеттирайт воскликнула, Хеттирайт сушуко, так это же Иегова Ире, juk tai yra Jehova Ire, и Святой Дух, ir šventoji dvasia, сошел, nužengė, и сказал нашему пророку, ir tarė mūsų pranašui, скажи ей, pasakyk jai, чего не попросит, ko tik paprašys, я ей дам. Аж ты дуосю яй. И брат Бранхам говорит. Ир бролис Бранхама сако. Сестра Хетти. Сесе Хетти. Он здесь. Есть ира че. Он только что мне сказал. Есть тика мантай пасаке. Проси. Проси. Чего желаешь. Ко бепанореси. Она вошла в канал. И ею и канала. В правильный канал. Ты синга канала. В канал то, что проповедовал именно пророк. Канала то, ка помог славу пранашес. Чистое послание. Тира жиня. Братья сидели. Бролей сидел.
Жёбово, ну, велокий дарусе. Мы же знаем эту историю. Мы всё гирдем эту историю. Они это знали. Я же ною этой проту. Но они не были в канале. Ведь они были ей канала. Которым находилась Хетти Райт. Кроме было Хетти Райт. Понимаете? Супрантете. И когда он сказал эти слова, Хетти, Хетти, проси, чего желаешь. Проси, кого понуреси. А что могу просить? И посаки, кому просить? Он говорит, ты бедная вдова. И посаки, кто варкше нашли. Перед этим, прежде ты, когда они строили скинию, когда я ставите мальдикла, а та сестра Хетти Райт, та сестра Хетти Райт, принесла $20. Отнеси $20 поукоти. Что такое $20? О, карешки эти $20. Только ее зарплата, о, ее отлигинумас метине, была 200. Было $200. Вы представляете? Сако, если вы издохите, как сантики, что она берет 20, ой, на 20 на еще эти две больничные статьи. Брат Брахма, когда это увидел, Бролис Брахма, с кем помате, он взял деньги свои, и спыльня своего пинегус, и шел для того, чтобы отдать и вернуть. Там, как сугражинте, та 20 долларов. Он даже не хотел принимать. Если нет, не нравится принять еще. Ему было жалко ее. Ему было гейло ее. Знаете, что Бог сделал? А жена такая, он останавливает пророка. Сустабде, останавливает. Сустабде. Не делает. Посаки, не дари кто. Я что-то для него смотрел больше. Шита я и нуматес дидесньо. И пророк увидел исполнение большего. Пранашас и швидо исипильдима то дидесньо далеко. Итак, она была послушна всему, что пророк говорил. И была поклусна вискам, ка пранашас саке. Она любила это слово. И милею та жоди. Она была жертвенна. И была посеукоинти. У нее была натура этого анса. И токе пригимти турео авинелло. И когда он сказал, проси, чего желаешь. И когда спасаке, проси, ко нори. Она даже не знала, что просить. И нет, не женою, ко попросить. Он говорит, проси денег, Хетти. И спасаке, проси к пенегу, Хетти. Ты бедная. Ты юк варкше. Попросишь миллион. Попросись миллиону. Миллион будет. Миллион, два будет, два, пять будет, пять. Бог не шутит, когда он говорит, проси, чего желаешь. Колбас и сакидамас, проси, ко нори. Я часто задаю вопрос. Должны сколько клаусима, бы мы попросили бы денег? Кегенес попросит у меня пенегу. И для чего? И кокиам тикслой, если мумс ты посакиту. Она говорит, ну... И посаки, она не... Неинтересно мне это. Меня это не домино. Он говорит, тогда проси за свою сестру, больная. И посаки, тогда проси к своего сестре, дал ее свекатос. Она говорит, ну толку с того. И серга, она сака, ну и кас и что? Деньги есть. Пенегу... Они бус... дадут тебе головных боль куча. А пенегу сутикс тау головного скаусма, если я цирас... Сестра больная. Сесо серга, сака. Но она спасена. Не, бет, и ишгельбета яу. А там сидели ее два сына. А там сидели ее два сына. Отбившиеся от рук. Как? Они от рук уже отбились. А... Непослушные. Ранку... А, ты просто, ей было непоклусно. И сидели ха-ха-хи-хи, смеялись. И там сидели, юокеси. Она говорит, хочу и посаки, аж норю спасение ишгельдеймо моих сыновей. Саво двею суну. Братья, сестры. Броли и сесес. Святой Дух сошел прямо тогда. И сказал, я даю тебе их. И посаки, аж дуаду там эти юас. Два парня. И те ду юмолей. Пали прямо там поле там и кою, покаялись. И отдали свою жизнь Иисусу Христу. И отдали свою жизнь Иисусу Христу. И уже буквально на следующий день и всяканчий день они со всеми омывали ноги, и принимали причастие. Пловя коес и вакарение это отдалявало. Был третий рывок сестры Хетти Райт. Сесес Хетти Райт. Это было поручение. И токс был игроемас. Проси, чего желаешь. Почему? Проси конори. Она подел. Вошла в канал. Ее и канала. В канал. Канала. Божьего раскрытого Дево, слова. Опряк, что отиден, кто через посланника к этому периоду. И в этом свете, аллилуйя, швесоя, аллилуйя, в этом свете она увидела больше свет. И швидо дар дедесней швеса. О, друзья. О, другой. Третий рывок. Тречесис патраукимас. Он обещал. Ис пожадео. Будет для невесты. Бускиртас нуотакой. И это... Обетование и для невесты. Вот нотакой. Почему мы входим Штай, с вами и как, мы это и в этот покой седьмой печати. Полисе, анспудо, становимся анцами. Авинелис, потому что только натура анца может гали, принять и съесть эту книгу и стать родственником и искупителем для ближнего своего. Артемаем. Жмогу. Артемесим. Да благословит всех вас Господь. Тебе Иисус поламин свежпац. Я думаю, мы благодарны. Аж тикю, кот ясаме дикинги. За это самое величественное место в Писании. Лабяусей стульбинанча рашто вета Библия. Самое величественное. Лабяусей дидингяуся. Он снял печати. Ис нуплеше анспудус. Именно для нас. Бутен дел мусу. Давайте поднимемся на наши ноги. Ачистокем. Друзья, другой, пророк сказал, спасаки, Бог ожидает, Девас лауке, чтобы эта церковь пришла к зрелости, бренда, чтобы там произошло воскресение из мертвых. Из и когда мы
Ir kai mes pradėjom zrelosti, pasieksime brandą, karapyti Boga nenada, skubinti Dievo nereikia. Делает сам. Jis viską daro pats. Что нужно нам сегодня? Ką mums šiandien reikia нам padaryti? Нужно только питаться. Tik maitintis. Что нужно Ансу? Ko reikia Vinėliui? Только питаться. Tik maitintis. Я скажу, что многие имеют Святой Дух, kad daugelis turi Šventąją Dvasią, даже не понимают то, что они его имеют. Nesuprasdami, kad ją turi. Ихня жизнь алчат. Jų gyvenimas, они желают. Jie turi troškimą. Они тянутся. Jie siekia to. И они допускают ошибки. Jie daro klaidas. И сатана показывает. Ir Šėtonas parodo. Вот видишь. Sako, вот žiūrėk, видишь. Matai tą, matai tą. От того, что у тебя еще есть эта маленькая жизнь, то есть ты еще младенец, ты, когда у тебя там маша гибибе, то есть это рисик кудикелис. Дьявол тебе делает подножки, и тебе кажется, что тебе нет Духа Божьего. И ты головой, как не туришь, что он двое, сделал ту смуль. Он обманщик. Петис ира обговикас. Знаете почему? Аржино тебе кодел. Он уже заявил на тебя права. Jis jau pareiškė tave teises. И он послал тебе Святого Духа. Jis siuntė tau Он дал тебе меру этого Духа. Ir jis davė tau saiką, и посмотри на свои желания. Bet dabar pažiūrėk į savo troškimus. Каковы твои желания? Чем ты хочешь питаться? Kuo tu nori maitintis? Это говорит о том, какова жизнь тебе. Byloja apie tai, kokia gyvybė yra tavyje. Взял книгу, Jonas, дай мне эту книгу. Ir pasakė, duok man tą knygelę. Потому что это книга жизни Анса. Tai yra Avinėlio gyvenimo knyga. Там мое имя. Ten yra mano Vardas. Я хочу питаться этими проповедями. Tokiais pamokslais, šiais pamokslais. Мне ничего другое не входит сюда. Nieko kito aš negaliu įdėti Я į не могу что-то другое принимать. Negaliu priimti nieko kito. И когда ты питаешься этим словом, ты маitiniesi tuo žodžiu, ты возрастаешь, tu augi, ты крепнешь, tu tvirtėji, ты становишься крепче, tu vis stipresnis daraisi. Аллилуйя. Аллилуйя. И когда наступит тот день, ateis ta diena, Бог увидит, Dievas išvys, что церковь пришла к этой зрелости. Пасеки, та брандума, друзья, это очень быстро. Draugai, tai мы greitai уже įvyks. На пороге находимся. И Бог будет очень быстро возращивать. Dievas labai greitai Повторю, augins. Бог pasikartosiu, будет Dievas возращивать. Augins labai greitai. Бог будет, потому что вы уже Nes вошли в этот божественный порядок. И та дьявишка тварка сантварка, и augins. Так сказал Ir Господь. Taip pasakė viešpas, mes į tai žiūrime. Abartite vzliat к Иисусу. Atkreipkite pamokslas, pažvelkite į Jėzų, savo žvilgsnius nukreipkite. Это третий рывок. Tai tas trečiasis patraukimas bus išreikštas spaudimo su spaudimo metu. Во время давления. Spaudimo metu. Та таріба бажаючу. Тогда наблюдайте. Kai spaus ir sako, то, что мы имели по мере, tai, ką mes turėjome tam tikrų saikų, pasireikš в большой силе. Didelėje jėgoje be saiko. Почему? Kodėl? Когда Анец снял печати, когда книга к тебе, тавье, запомните, сатана с Эдемского сада охотился за этой книгой, но эту книгу всегда сопровождала кровь. Лидея кровь я саугаю. И когда эта книга в тебе, эта книга отсюда кровь, жизнь Анса также в тебе. Гивибе, тай патера тавия. Аллилуйя. Дорогой небесный отец. Брангус дангишкас истеве. Боже великий. Дидис дьева. Какое сегодня место мы вошли? И какое вето мы сегодня натеяме? Там, Йоя, где ты, Господь Боже, нас взращиваешь. Dieve, augini mus. Там, где ты нас растишь. Vietoje, tu augini mus. В этот облик мужа Pagal совершенного. Tobulo žmogaus ūgį į jį. Господь, проявляешь через нас Viespate, свои добродетели. Išreiški per mūsų savo dorybės. Отец. Tėve. Если когда-то Jeigu, когда во время Лютера они проявляли оправдание, во время Веслея проявили освящение, во время Писяцкого периода, когда были младенцами, кудикис, они проявили дары, то сегодня, Боже, šiandien, Dieve, мы имеем полноту. Mes jau turime pilnatvę. Почему? Kodėl? Это было открыто в этих Nes семи громах. Buvo atidengta per tuos septynis griaustinius. Аллилуйя тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже, за эти великие тайны, которые ты принес для нас в этот день и в этот час. Боже, эти тайны, которые сняли печати, atskleidė, nuplėšė эти тайны, которые сняли печати с наших сердец, nuo mūsų širdžių, и это семя стало пробиваться, ir ta sėkla pradėjo brautis, о Господь, насколько это сладко сегодня, tai yra taip saldu как мед šiandien, на устах, kaip medus ant lūpų. Боже, и мы знаем, что мы будем проходить эту критику, kad turėsime pakęsti kritiką, bet Tėve, мы знаем, что мы не сможем ее пройти без Тебя, kad patys to negalėsime padaryti и Ты для этого дал нам силу, tam tu ir suteikė mums дал jėgų, нам натуру, prigimti.
И ты сказал, мы пройдем. И ты сказал, мы пройдем весь карту. И мы сюда вернемся после восхищения. И мы сугрищем чай отгал по поимению. С нашим царем царей. С мусу королю королями. Чтобы уничтожить сатану, там, щитона, который воссядет в храме Иерусалиме. Который сидит в Иерусалиме швентиклое. О, Боже. О, Деве. Спасибо. Ачу. Спасибо Ачу тебе, Боже, за все, что ты, Господи, даруешь нам, Отец. Волосы, Господь Боже. Бог паламентас, Деве. Всех, кто находится сегодня visus, здесь. Кто также с нами на трансляции, Боже. Нет, кто клаусуси трансляцию. Волосы каждого брата и каждого сестру. Кеквена, броли, ир и дальнейшее служение. Ир толемесне тарнавимо. Поклонение, когда будем расходиться. Ты под кишти скирстисиме. Пребывай, Боже, с нами. Бог с умимис, Деве. И если еще здесь есть те, я и чадар ира ир ту, кто действительно желает, которые из тесу нори, войти в это откровение, в кима, это слово, в жоди, пусть Господь Боже, тагул, это жажда, это она настолько побудит их прямо сейчас, дабар пат, они скажут, Господь, пасакиту, я хочу быть этим ансом, авинелю, я хочу прийти к пророку, пранашу, и пророк уже сказал, что делать, и дал пример. Боже, о, Деве, пусть он начнет с сегодняшнего дня. Тегул из подаристой, но если еще кто могу, не был крещен, дар, кас нера водным крещением, крикшто, во имя Господа Иисуса Христа, Иисус Христос, пусть водо, Дух Святой сейчас идет в это сердце и проговорит, и, щирд, и, пробил, и он скажет, это обо мне, ир, это пасакис, я, ты аж, ты меня лечи, я хочу этого, аж норю то, я хочу быть ансом, норю тапти винелю, я хочу быть ведомым этим голубем, Святым Духом, Святой Дух, который сходит с небес, он и забирает туда, откуда он сошел. Аллилуйя. Благослови, Господь, каждого. И пусть тот, кто еще не принял то водного крещения, он подойдет во время этого служения, когда мы будем прославлять Господа. Мы отдаем все это в руки Твои, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, брат Дэвид. Прошу, брат Дэвид. Ačiū Viešpačiui. Slava, spasiba Gospodu. Mes dar pastovėsime. My ещё постоим немного. Aš perskaitysiu. Я хочу прочитать. Iš Kolosiečiams pirmo. Kolosianam 1. Skyriaus. Nuo 23 eilutės. 23. Žinot, kada išsilieja tas užžadinimas. Знаете, когда то возбуждение изливается. Неįmanoma jo laikyti. Невозможно его удержать. Ты тесёк пакеля тебе и кита лигмени. Это просто поднимает тебя на другой уровень. И дьявол лигмени. И Божий уровень. Не куно. Не какой-то плотской. Или там, где понимание человеческое. Да там, где откровение. А что ты веришь? Жену тесёк. Знаете, перскитесю. Прочитаю. Ирмес дар пошловинцем. Мы ещё прославим. Ты первый слышка с Колосечем. Pirmas skyrius Kolosiečiams 20-23 eilutės. Jei pasiliekate tikėjime pastatyti ant pagrindo ir įtvirtinti, если прибудете в вере утверждёнными и ir netraukiami, упрочёнными и не будете удалённы от надежды Евангелия. Но вильтес тос Евангелиос, куря гирдеёте, извините, которое вы слышали, герей, netraukim nuo vilties tos Evangelijos, kurią girdėjote, kuri ir buvo paskelbta kiekvienam sutvėrimui po dangumi, kurios tarnautų aš Paulius tapau, что под небом, которого я, Павел, сделался служителем, kuris dabar džiaugiuosi savo kentėjimuose dėl jūsų, ныне радуюсь в страданиях своих за вас, ir savo kūne papildau tai, и восполняю то, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jūsų, dėl jo kūno, чего недостает из скорбей Христовых в плоти моей ради тела его, kuris yra bažnyčia, которая есть церковь, kurios tarnautoju tapau pagal Dievo išdavimą, который я сделался служителем согласно диспенсации Божией, kuris man yra duotas dėl jūsų, что дана мне для вас, kad išpildyčiau Dievo žodį, чтобы исполнить Слово Божие. 26 eilutė. Tai yra ta paslaptį. Tainu. Tai yra ta paslaptį. Tainu. Kuri buvo
paslėpta nuo amžių ir kartų, kuri buvo sakryta от веков и от родов, bet dabar yra atskleista jo šventiesiems. Nuo сейчас сделанная явной святым. Bažnyčia paslapti, kuri yra atskleista dabar kam jo šventiesiems. Halleluja. Kuriems Dievas nori duoti žinoti, которым Бог захотел сделать известным, kokie yra šlovės turtai, что есть богатство славы, tos paslapties этой тайны tarp pagonių, среди язычников, kur yra Kristus jumyse, есть Христос в вас, šlovės viltis, надежда славы, kurį mes skelbėme, которого мы проповедуем, perspėdami kiekvieną žmogų, предупреждая каждого ir mokydami kiekvieną žmogų, и уча каждого человека, visai išmintimi, во всякой мудрости, kad pristatytume, чтобы представить kiekvieną žmogų, каждого человека, tobulą Kristuje Jėzuje, совершенным во Христе Иисусе. Kokį tobulą Kristuje Jėzuje. Bažnyčia paslaptis. Kristus tajna mumyse. Христос в нас. Bet dabar atskleista kam? Теперь раскрыта кому? Šventiesiems. Его святым. Mes girdėjome avinėlis, kuris buvo nukryžiuotas, paukotas, avinėlis, kuris užtarė, ir avinėlis, kuris paima knygą. Amen. Dauguma, kad ateina, jie pažįsta, ką avinėlį paukota. Tik paukota, bet mums buvo atskleista paslaptis to avinėlio, kuris paima knygą bažnyčią. Amen. Ir jie atskleidžia mums tas paslaptis. Kristus mumyse, bažnyčia, kas tas Kristus mumyse, tai ne vardas iš penkių raidžių. Jo vardas vadinamas Dievo žodžiu. Paslaptis atskleista kam? Jo šventiesiems. Amen. Kristus tavyje. Bažnyčia, tai yra Kristaus bažnyčia. Kristus mumyse, tai ne pažinimas, tai ne įsivaizdavimas, tai apreiškimas. Aleliuja. Aš dėkoju Viešpačiui už mūsų brolio tarnavimą, už tą žodį, kuriuo jis mus palaimino. Kad mes buvome sužadinti žadinti apreiškime. Laikykitės to. Bažnyčia, Dievo bažnyčia, tai neintelektuali bažnyčia. Uždegti žvakę nereikia apreiškimo. Bažnyčia. Bet Dievas mums davė savo dvasę, kad mums apreikštų, kas jis yra. Amen. Halleluja. Todėl laikykitės viso to. Mes turime dar vieną poreikį, bažnyčia, pasimelsime. Albinas iš Ukmergės prašė pasimelsti, jisai yra ligoninėje ir laukia rytoj jo operaciją. Ir mes pasimelsime, kad būtų tobula Dievo valia. Amen, bažnyčia. Jo būklėje, jo situacijoje būtų tobula Dievo valia. Ne tai, ko mes norime, bet tai, ko nori Dievas. Todėl mes visi kartu susitarę pasimelsime už jį kaip bažnyčią. Ir Viešpatie, mes atnešame į tavo akivaizdą Albiną, kuris iš tikrųjų tikėjimo prašė maldos Viešpatie Dieve. Pažvelk į ten, kuris yra Viešpatie Dieve. Tu matai Viešpatie jį, tu matai jo širdį, jo kraujagyslės, jo būseną Viešpatie Dieve. Todėl mes meldžiame, kad išsilietų tavo tobula valia. Tavo malonė už malonę, Dieve, būtent to, ko jam reikia pagal tavo valią, būtent toje vietoje. Mes to meldžiame, Tėve, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja. Dėkoju tau, Viešpatie Jėzau. Bažnyčia, mes įėjom į mūsų atstatymą. Ir vienas iš tų dalykų, kurį mes pažiūrėjome trečiadienį, mes įnešėm aiškumą į finansus, paukojimus ir dešimtines. Ir aš taip dėkoju Dievui, kad tas klausimas buvo apšviestas Dievo šviesos. Ir atskleistas. Taigi. Aš be galo dėkoju Dievui. Žinot, su finansais visada yra situacijų. Finansai ten ir velnis. Ir žinot, tai turi būti taip pagal Dievo tvarką, kad jis neturėtų ten vietos. Tik Dievo žodis. Amen. Tik Dievo žodis. Только все по слову Божьему. Таки, pas mus niekada nebuvo dešimtinių dėžutės. Никогда не было nes mes jų niekada nerinkom. Коробки для десятины. Tiesiog tai buvo bendra viskas. У нас все как бы в общем было. Mes niekada jų neišskirdavom. Мы никогда не... Atsirado tai.
Ir mes turime paukojimus. У нас были пожертвования только и как бы общая коробка. Ir dabar mes turim ir tai, ir tai. Но turim dešimtinę, turim десятин, и для пожертвований, как бы, отдельно. Daug metų atgal, много лет назад, знаете, когда не было тос швесос пилной, когда еще не имели полностью того света, ir tai, kas buvo mano širdyje, в мои сердце были определенные вещи, аж подарил taip, kaip ir buvo. Pastatiau dėžutę ant palangės. Я сделал так, как сделал. Просто там поставил коробку возле окна. Ir jinai visą laik stovėjo. И она там стояла всегда. Ir žmonės ateidavo, и люди приходили, норėdavo, ukodavo, если норėdavo, не ukodavo, хотели, помирždavo, они жертвовали, если не хотели. Некоторые buvo, забывали, buvo. Как было, так было. Bet, žinote, мы išgirdom, но знаете, когда мы ir matėm pranašo pavyzdį, и увидели пример у пророка, kad yra mūsų pačių palaiminimas, что это для нашего благословения, mūsų pačių palaiminimas, мы сами будем благословлены, mūsų namų palaiminimas, мы получим vaikų palaiminimas bažnyčiai. Наши дети будут через Dievas нори мус палаймит. Ис мус палаймино, и мы не турим лейсти вельню повокти то палайминимо из мус. И должны позволять дьяволу, и чтобы он крал из нас это благословение. И мы с его свесою швесою матоме швеса. Когда свет приходит, и в этом свете мы видим его свет, мы сейнаме и палайминимо. Мы входим в благословение. И я хочу прочитать из пранашо тарнавимо, это ира vyras bėgantis nuo viešpaties akivaizdos. 65 metai, 02:17. Trumpa ištrauka. Krotkai citata. Mes ištuštiname rinkliavos lėkštę ir tai tiesiog tai religinis ritualas. Labai dažnai net nebandžiau visai netuštinti rinkliavos lėkštės, bet tai nepadeda. Mes ištuštinimą rinkliavos lėkštę. Pustylė tų tarėlkų dėlė pažertvainėje. Iš kartais ištuštiname. Niekada. Ir tai tiesiog religinis ritualas. Это просто как религиозный ритуал. Labai dažnai net bandžiau visai netuštinti. Очень часто я пытался даже вообще оставлять просто эту тарелку. Rinkliavos lėkštės. Для пожертвования оставлял. Bet tai nepadeda. Но это не помогает. Žinote. Знаете. Nes aukojimas, потому что пожертвование, yra mūsų religijos dalis. Это часть нашей религии или веры. Tai mūsų pareigų dalis. Это часть наших обязательств. Net jei tai tik 10 centų, даже если это только 10 центов, ar kiek tai bebūtų, или сколько это ни было, ar vienas centas, или только один цент, tai taip pat. Это все равно считается. Prisiminkite, не забудьте. Kartą Jėzus matė pro šalį einančią našlę. Один раз Иисус увидел вдову, которая проходила мимо. Kur turtingieji daug savo turto dėjo į iždą. Она была там, где эти богатые жертвовали. O ši našlė ėjo pro šalį. А эта вдова проходила мимо. Скляустеліся, galbūt su jai ėjo dolkani vaikai. Там написано, может, что вместе с ней шли два ребенка. Ir davė viską, ką turėjo. И она дала все, что имела. 3 центов. 3 центы, может быть. Jėzus paklausė. А Иисус спросил. Kas sumokėjo daugiausia? Кто воздал больше всех? Klausė jis. Он спросил. Taigi, jei būčiau ten stovėjęs. Если я бы там стоял бы. Sako pranašas. Пророк сказал. Būčiau atsakęs. Я бы ответил. Nedaryk to, sesė. Не делай этого, сестра. Mes Girdi, turime daug pinigų. Mes turime daug pinigų. У нас очень много денег. Bet jis jos nesulaikė, matote? Но Иисус ее не удержал. Jis žinojo, он знал, kad turi jai kažką didesnio ateityje. Что у него для нее было нечто большее. Taigi, matote, так вот, видите, kai buvo, ji turėjo namus šlovėje. У нее был дом во славе. И kuriuos ji buvo nukreipta. В которых она направлялась. Ir jis niekada jos nestabdė. И он не остановил ее. Jis leido jai padėti tuos 3 centus. Он позволил ей пожертвовать те 3 цента. Nes ji tiesiog norėjo tai padaryti. Потому что она имела желание это сделать. O kad galėtų tai padaryti. А чтоб смогла бы это сделать. Jai reikėjo norėti tai padaryti. Она должна была иметь желание это сделать. Pasakykit, norėti Скажите, tai padaryti. Желать этого сделать. Taigi, matote, видите, kai žmonės nori duoti, когда люди желают дать,
Turite suteikti jiems galimybę tai padaryti. Вы должны создать возможность для них это сделать. Kai žmonės nori duoti. Когда люди желают дать. Kai jiems yra apreikšta žodis, palaiminimas. Они имеют раскрытое слово. Ir Dievo nustatyta tvarka, kurią mes visi turime vykdyti. Порядок, который мы Тогда все должны Богу yra Dievo выполнять. Noras, tikras noras Когда duoti. Желание давать. Amen. Ir į tą tikrą norą duoti atsako Dievas, ne kažkas kitas, jis pats. Todėl nuo šios dienos tai bus paukojimai su noru duoti. Amen. Su noru duoti viešpačiui. Amen. Aukoti viešpačiui. Amen. Bažnyčiai, jis tegul tas noras būna palaimintas, nes jis jau yra palaimintas viešpaties. Ir nesvarbu, ar tai 10 centų, ar 1 centas, ar 10 eurų. Svarbiausia, kad jūs norite, va, jums yra širdyje tam tikras trupinėlis, tam tikra dalis duoti, o tegul viešpats apreiškia, kas turi būti ateityje. Dėl to, amen. Tegu mes pamatome tuos vaisius savo gyvenime. Ir per tai velnės neturės mūsų gyvenime vietos. Nes kas yra godumas? Tai yra stabas. Bažnyčia. Avinėlis paukojo save. Jis visą savo gyvenimą paukojo, kad mes gyventume per jį. Ir visas mūsų gyvenimas yra auka. Amen. Ir viską, ką mes gauname savo gyvenime, nuo pirmo iki paskutinio cento, tai yra iš jo malonės. Ir priklauso jam. Amen. Ačiū viešpačiui. Todėl mes turėsime dabar keletą giesmių. O mūsų broliai наши братья и тесёк Персиус они просто дежутя пошлёт эту коробку для пожертвования потому что и первый карта то дело впервые поэтому не отляйскайте его кашкас не так простите если что-то не так taip kol mes giedosime yra laiko pasiruošti ir per šitas dvi giesmes можете подготовиться тесёк jeigu turite norą если просто есть желание пожертвовать amen ačiū viešpačiui Todėl mes paprašysim, kad mūsų šlovintai išlėtų gėdotų. Mes, kas paruošia auką, prisijungėme prie šlovinimo, kam yra širdyje. Tai yra laisvanoriškas, geranoriškas paukojimas. Amen. Ačiū viešpačiu. Taigi prašau. Viskas įmanoma, Jėzau tikiu.
kai tu pakeli rankas ir pasiduodi, jis pravės tave. O šlovi, tiesiog šlovi, jei verki tu šlovi, suspaudime šlovi, jei tau skauda šlovi, jis nesvarbu šlovi, tavo gyrių jis iškirs. Dievas priekyje eina ir taria, tebūna, jis gydo tave ir išlaisvina, siunčia angelus kautis aplinkui tave, kelią parodo, vedlys jis yra, jo pasitikėk, jis neapvils, sunkiais keliais eisiu tavim, pakelki rankas, tai pergalės diena, ir girk jį, šlovink viešpatį, šlovink viešpatį, šlovink viešpatį, šlovink jį, šlovink viešpatį, šlovink viešpatį, šlovink viešpatį, šlovink jį. Svarbu suprasti mums, kada Dievas kalba. Atrodo, kad tyli jis kartais, būtent tada jisai veikia. Kantrus būk, lauk ir stebėk, ką viešpats padarys. Tu pakeli rankas ir pasiduodi, jis pravės tave. O šlovi, tiesiog šlovi, jei verki tu šlovi, suspaudime šlovi, jei tau skauda šlovi, jis nesvarbu šlovi, tavo gyrių jis išgirs. Dievas priekyje eina ir taria, tebūna, jis gydo tave ir išlaisvina, siunčia angelus kautis aplinkui tave, kelią parodo, vedlys jis yra, jo pasitikėk, jis neapvils. Sunkiais keliais eisiu tavim, pakelk į rankas, tai pergalės diena, ir girk jį, šlovink viešpatį, šlovink viešpatį, šlovink viešpatį, šlovink jį, šlovink viešpatį. Šlovink viešpatį, šlovink viešpatį, šlovink jį. Slav Gospoda, slav Gospoda, slav Gospoda, slav Jeho, slav Gospoda. Слав Господа, слав Его, слав Господа, слав Господа, слав Господа, слав Его, слав Господа, слав Господа.
Господа, славь Господа, славь Его, славь Господа, славь Господа, славь Господа, славь Его. Вешпачу вешпац. Он Господь всех. И королю королей. И царь всех царей. Альфа и Омега. Альфа и Омега. Проджир побыга. Начало и конец. Всегда эссантис. Всегда сущий. Иисус Христос. Иисус Христос. Послаптис априкшта мумисе. Раскрытая тайна в нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Ирките вешпац. Прославляйте Господа, прославьте. Аллилуйя. Аллилуйя. Брали сесес, мы стоим полайминта лайка. Мы имели благословленное время. Две савайте мы стоим. Две недели. Брали Владимира. У нас был брат Владимир, жмона, его жена и сын. И мы с Иисусом апланке, мы с полаймином. Они посетили, были благословением для нас. Бажнича, мес паугом. Церковь, мы возросли. Христуе Иезуе. Во Христе Иисусе. Мес паугом, кейп кунас. Мы возросли, Христос как кунас. Тело Христово. Амен. Аминь. Нес кеквенас мес эсаме Йо нарис. Каждый из нас является частью, членом. Ачу вешпачи. Норю поквести броли, я прошу, попрошу брата, чтобы помолили за финансы, пожертвования. Viešpatie, dėkojom. Dėkojom už atvirą širdį, viešpatie. Dėkojom, viešpatie, už tai, kad tu atvėrei širdis, viešpatie. Ir tiesiog prisiliesk, viešpatie, prie kiekvienos širdies. Atlygink, viešpatie, atlygink už tą atvertą širdį, viešpatie. Ir padaugink, viešpatie, tas lėšas, viešpatie, kad užtektų visom išlaidom, viešpatie. Kad tai būtų palaiminimas kitiem, viešpatie, nes tai yra iš mūsų atvirų širdžių, viešpatie. Тесёк присилес при каждом сердце верующего, каждого Господь. Тесёк будто кеквенас паламентас, есть и её намай. Иисус Христос в его дом именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Благодарим. Аминь. Амен. Аминь. Турем палаймента лейка, добр туресим палаймента бендравима. Ещё будет общение у нас. Арбатос. Чай, чаепитие. Кавос. Кофе. Toliau bendraukime toje dvasioje, в том toje духе, meilėje, в любви, истине. Taip. Priminimas. Еще долго.